как бы намекает на то, что происходит. Только внимание, работает аварийный источник выработка кислорода, отключена. Аварийный источник питания, выработка кислорода. Почему у меня выработка кислорода? Залезь в мотылёк, так, где у меня рембот? Ремботка с собой? Ты меня пугаешь. Почему в мотыльке у меня нет? Не, нормально работает. Итак, дорогие друзья. С чего мы, на чем мы закончили в прошлый раз? Закончили мы на том, что я хотел бы себе построить базу. Я хотел бы себе построить базу, и я так прикинул, что я не буду особо запариваться. Я ее построю где-нибудь прямо вот тут вот. Прям нормас. Подожди, а это какой-то другой сталкер? И у меня не просканен? Да, сталкеры почему-то валят от меня. Ей. Ей, сталкер. Местная форма жизни сталкер. Да, родная труба. Ты же хотел нож скрафтить и что-то еще. Все будет. Итак, начнем. Может быть, даже пойдем прямо от этой трубы. А может быть, прямо здесь начнем. Я не знаю. Что у меня по строителю? Комната сканирования я не хочу. Стыковочная шака. Стыковочная для транспорта требуется какой-то структурной прочности. Свинец, титановый слиток. Это дофига. Я, честно говоря, думаю, что что-нибудь... А можно прямо здесь? А почему бы мне не пойти дальше и не зафигачить прямо там? Из того, что есть. Как вы думаете? Так, это же... Вот, например... Например, мотылёк мы укатим куда-нибудь. Так, строитель. Разобрать. Давайте попробуем какой-нибудь... О, она вот так вот делается к нему. А на VSD, да, наверное? Или как, на колесико, может? Да, на колесико они крутятся. А если я здесь сделаю... А если я здесь сделаю трубу какую-нибудь стеклянную, прямой отсек? Так, давайте-ка попробуем собрать. В случае чего разберем. Титана у меня нет. Понятно, титана нет. Ну и хрен с ним. Сейчас за титаном заберемся. Оно интересно, как бы... Прямой отсек. Вот этот прямой отсек прямо вот так вот пойдет. Угу. А вот эта труба у меня, видимо, никак не скомбируется, да? То есть мне как бы прям вообще уходить отсюда к чертям собачьим. Вот предположим, что я вот так вот что-нибудь придумаю. А почему я не могу здесь сделать поворот? Почему он никак бы не присасывается? Ха, я не знаю. Ха. Так, ну ладно, давайте попробуем. Так, похилься. Да, это не супер актуально. Так, здесь пауэра нету, но и... Так, стекла на всякий пожарный еще возьмем. Сквартгель. А у меня стекла нет, у меня только... Ну ладно, пока так. Warning. Emergency production only. Так, эта штука что-то на стеклянное. Ну да, стекло делается из стекла, стекла, свинец, фундамент. О, еще есть фундамент. Во, фундамент. Во, вообще прям шикозий. Хотя зачем он нужен? Шкаф мы бы мешает. Кстати, да, точно, еще же шкафы могут мешать. Фундамент. Не знаю, зачем мне фундамент. Так. В действительности, надо же, учитывая, что мы... Типа... О, настенный шкаф, видите? Медь. Медную руду мы пока просто зафигачим. И тут что у нас? Соль. Все просто в свинец скидываем. Вода плюс 20 унций употребить. Так, питательный батончик можно употребить. Так, медь мы пока просто скидываем. Титанчик тоже так, соль. Соль скидываем. Угу. Так, разобрать. Настенный шкаф раз. Настенный шкаф два. Мы его разобрали. И вот я не знаю, драги. У меня еще есть здесь драг металлы. Я их, наверное, в литий просто перенесу и все. Ой, сколько их тут. У меня так много драг металлов.
Золотишко скидываем. Да, очень много сладкого всего. На всякий пожарный, может быть, просто места не хватит. Шикарно. Так. Алмазия в две штуки. Красотища. Так, остальные один рубин остался. В резину его перекину пока что. Хорошо. Батарея пустая. Разобрали. Так, здесь сейчас проведем кислород. Хорошо. Так, работалка. Теперь я хочу, предположим, трубу какую-нибудь. О, смотрите, соединить трубу через стеклянную могу. Могу, если захочу, могу сделать стеклянную, могу сделать не стеклянную. Но пусть будет стеклянная, какая разница. Хотя нет, пусть будет обычная, я в случае чего потом переразберу. Хотя можно сразу стеклянную, почему нет. Стеклянные трубы стильно, модно, молодежно. Хотя ладно, давайте обычные трубы сначала сделаем, а потом уже начнем кривляться. Прямой отсек. Вот, и здесь сразу мы построим внешние модули, преобразуют теплоэнергию соседней, стационарно, качает кислород, снабженный энергией жилища, посоединенной трубопроводной сети. Так, мы куда? Ага, он у нас, пока у меня эта штука не построена, я не могу ничего, да, сделать. Да. Минус один прочности базы, общая прочность 6. Вот это я не знаю, что за фигня, почему у меня... Может быть, мне надо фундамент какой-то под них зафигачить? Давайте посмотрим. Фундамент. Фундамент, усиление корпуса. Вот, смотрите, усилить корпус могу сразу. Или еще у меня есть фундамент. Вот, смотрите, фундамент могу, например, сюда зафигачить. Вот под эту штуку. Так, фундамент для общей прочности базы. А, у меня титанчик кончился, да? Или что? А, свинец две штуки. Свинец две штуки, никаких проблем, сейчас возьмем. Свинец. Еще титанчика натырим. Мне по траве понадобится много титана. Так, стекло. Так, можно, кстати, кварца тоже носить. Color intake recommended, да никаких проблем. Поехали. Так, фундамент собрать. Собираем. Два к прочности корпуса базы. Вот у меня такой фундамент. База, конечно, у меня страшненькая, конечно же, как обычно. Так, теперь я хочу сверху себе сделать... что мы хотим сделать сверху? Ой, я по своей базе могу ходить, как удобно. Предположим, что я хочу сделать воздухозабор. Да, это вот стационарный воздушный насос. Стационарный воздушный насос. Его же, наверное, просто как-то сюда, да? Ну, предположим, что у нас будет посерединке. Чтобы красиво. Я же дофига... Блин. Я же дофига архитектор. Так. Теперь кислород внизу, внутри пока не появился, потому что мне нужно зафигачить для начала трубу. Да, ведь без трубы вертикальный соединитель. Да, без трубы это все дело будет мертвяком. О, кстати, солнечное снабжает энергией генератор кислорода, жилища и другие модули. Производит доступность в электроэнергии низкой мощности. Кварт, медная руда. Шикарно. Кварц тоже нужен. Да, медная руда. Медная руда, у меня ее куча должно быть где-то. А в литии, наверное. Нет, тут золотишко. Значит, медь я... Куда я переложил медь? Меди должно быть дофига. Нубас. Жизнь нубаса. Золото. Здесь медь есть, извините? Значит, в разном... Блин, даже в разном нету. Да что ж такое-то? Во, медь, вот она. О, power 0. Зато вон здесь можно уже ходить. Неплохо, неплохо. Выходим с базы. Эту штуку я вообще демонтирую, нафиг надо. Люк разобрать. Ну, потом разберу. Пока сойдет. Ночь пришла. Ночь пришла, а с ней холод. Так, хорошо. Теперь я хочу построить генератор. Давай. ПКМ. Стационарный воздушный насос мы поставили. Генератор. Консоль улучшения транспорта не надо. Биореактор не надо. Внутренние модули пока не надо. Так, здесь есть где-то трубы есть. О, это внутренняя грядка. Я хочу внутреннюю грядку очень сильно. Трубы пока нету.
Где-то есть здесь труба? Так, солнечная панель. Не знаю, куда-нибудь. Куда-нибудь прям. Они должны наверху тусить? Не, они, их наверное, и здесь нормально будет. Как-нибудь вот так вот. Собрать. Интересно, сколько энергии она даст? Она у меня вообще подсоединена к этому, получается? Энергия 0,75. Нет, она у меня не подсоединена. Я ее поставил рядом, ребята. А, не, там не надо. Друзья, она у меня висит. Господи, какой кошмар. Это просто кислород производится, если есть энергия. Труба не нужна. Так. Воздушный насос. Ты хотя бы встал нормально? Так, солнечная панель. Подожди. Дружище, а ты куда должен, прости? Куда ее надо поставить? А, подожди, солнечная панель сейчас не должна. Солнышка нету. Она типа... Она хоть так и тупо выглядит, но... Она хоть так и тупо выглядит, типа она присобачена. На самом деле она присобачена к этому. Потому что если я попытаюсь построить солнечную панель где-нибудь здесь, она не сможет сделать. То есть она действительно была поставлена. Проблема в том, что... Так, хорошо, поставим прям... Не, надо их на небольшом расстоянии друг от друга. Проблема в том, что солнышка-то нету, ребят. Так, медная руда мне все еще нужна. Медная руда есть. А кварца нет, кварц ушел весь. Кварц в стек кварца. Хорошо, этот стеклишко тоже зафигачим. Ага, хорошо, собрать. Собрали эту штуку. Она не дала энергии. Солнечная батарея не работает ночью. В чем же дело? В жопу пошел, умник. Так, разобрать. Ну, мне здесь этот люк не нужен. Так, люк. Где у меня будет заход? Заход в дышпакет. Ну, это у меня на самом деле... Как бы, учитывая, что я, как правило, буду плавать куда-нибудь сюда, я предлагаю прям... Блин, не знаю, куда я предлагаю. Я, честно говоря, еще бы хотел построить здесь как-нибудь, может быть, там, я не знаю. Не знаю, что. Смотрите, здесь стекло, угловой стеклянный отсек. Блин, какая красотища. Окно, иллюминатор вашего жилища. Ой, могу прямо сюда окно зафигачить. О-хо-хо-хо. Это же сюда, да, кошка будет. Прям, блин, ну я прям так хочу. Это, конечно, расточительно, но посмотрите, какая красотища. Красотища! Какая красотища. Минус один к прочности базы. Все остальные системы активны. Так, мне нужен... Ладно. Ладно, хорошо. Ой, смотрите, фундамент как сделан. То есть можно развивать базу туда. Хорошо, пущай будет здесь люк. Люк. Люк, и я твой отец. О-о-о. Да, кислорода дофига, энергии дофига. Господи, мои любимые настенные шкафы. Итак, хорошо, у меня здесь окошко. Значит, здесь я, наверное, хочу построить радио. Я перенесу радио оттуда сюда. Значит, радио. Так, куда я смотрю? Мне надо в постройку смотреть. Энергия, внешние модули, внутренние детали. Вот, настенный шкаф, изготовитель аптечек, радио, титан, медная руда. Вот радио прямо на входе повешу. Радио повесили. Изготовитель аптечек сюда же, стекольчатое волокно. Хотя можно его пока не сделать. Изготовитель. Так, вот, шкафы, я мечтал себе о шкафах давным-давно. Титан, это все разобрать, это все, вот пока что у меня все так, но на самом деле все должно быть не так. Я хочу вот эти красивые стеклянные шкафы. Хотя где-то у нас будет, наверное, здесь у меня будет сборщик, да, сборщик. Пускаю платформу Нептуна, костюм краб. Я, кстати, могу сейчас костюм краб собрать. Надо нам костюм краб. Может быть надо, а может быть нет. Байлон сверхвысокой прочности. Так, здесь я хочу сборную штуку поставить. Сборная штука.
Это... Где он у нас? Как он у нас выглядит? Собиратор. Изготовитель золота, образец пластинчатого коралла. Это достаточно просто. В разном образец пластинчатого коралла. Цик. И здесь откуда-то надо золото забрать. Хорошо. Здесь у нас будет изготовитель. Изготовитель. Папам. Изготовитель. Рядом я хочу модификационный блок. Микросхема, титан, алмаз, свинец. Алмаз легко, микросхема. Микросхема это медь плюс... Микросхема это медь плюс золото, да? Микросхема. Микросхема, микросхема. Вот она, образец пластинчатого коралла, две штуки. Золото и медный провод. Хорошо. Так, образец пластинчатого коралла. Остался только один, поэтому придется сплавать за еще одним. За золотом мы сейчас быстренько выйдем. За ним, за пластинчатым кораллом. Так, а что у меня по ножу? Где нож? Нож, я так хорош. Покинуть базу. Образец пластинчатого коралла, это не страшно, он где-то здесь должен быть. Это пластинчатый коралл? Нет, гигантский коралловый трубы. Пластинчатый коралл висит как бы вертикально. Куда я упомидорил? Вспари. Пластинчатый коралл не видали? О, пластинчатый коралл. О, пластинчатый коралл еще. Давайте его сразу нарубим на весь инвентарь, чтобы просто впоследствии... Чтобы впоследствии не париться с его добычей. То есть, как бы, для постройки лагеря вождя нужно много пластинчатого коралла. И мы с этим согласны, правильно? Здорово, в трубу воздух завезли. Блин, да, к сожалению, да. Олька мне сказала, что она жить со мной не готова, если я продолжу жить в таких условиях. Пришлось вылезать из трубы. Что у меня по инвентарю? Осталось еще два слота. Ну, значит, два пластинчатых коралла меня ждут. Так. Так, строитель. Глайдер на 5. Я могу как мне... О, 5. Да, строитель. Строитель тогда на 4. Сканер на 1. Пластинчатый коралл красный. О, это мы разобрались. Войти на базу. Так, по идее, строитель уже может делать модификационную станцию. А, нет, микросхема нужна. Микросхема. Микросхема. Пам-пам-пам. И один алмазы. Алмази. Алмази у меня где-то есть. На фарм алмазов сегодня явно отправимся. Так, алмази. Алмази, отлично. Теперь модификационная станция. Пара-па-па-па. Ее поставим где-нибудь сюда. Блин, а что ты такая... Не это... Не... О. Модификационная станция. Ура, у меня новый будет супербаллон. Так, чтобы сделать новый супербаллон... А, вот надо сюда. Улучшение ножа. Ой, сразу батареи. Ну, супернож. Шикардос. Теперь у меня супернож, который... Улучшение кислородного баллона. Лития 4 штуки. Лития 4 штуки. Хорош. Литий. 4 штуки. Раз, два, три, 4. Хорошо. Красотища. Кислородный баллон, если надо свой баллон просто снять. Ха, сука, хер, ты его снимешь, когда мест нет. Разное. Пока что образец кораллового... Кораллового рака. Так. Так, баллон. Да ладно, мне все еще не хватает места, о май факин гад! Так, ладно, этот срач надо реально Этот срач надо реально разнести. Кстати, по-моему, мне хватало места, я просто неправильно... Я просто по КМам нажал, как в пубге. А это еще. Сори за мелкий спорт, но ты спал за Аврор на остров, там база много чего, комната грядки. Ну, я еще, может быть, когда-нибудь. Баллон сверхвысокой емкости. Отлично, хорошо, дальше. Пропульсионная пушка не хочу, циклоп пока не нужен. Моделек третьего уровня, модуль погружения. Пласталевый слиток, модуль погружения мотылька... А, это мод второй. А как делать мод второй? Магнетит, магнетита пока нету. Улучшение экзокостюма. Титан есть, кианит. Я даже не знаю, что это такое. А чё, у меня больше ничего нету? У меня прям все такое вялое. Ласт старый, все старое. Так, флюид интейк.
Значит, здесь. Итак, новые шкафы. Новые шкафы, 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 шкафы. Новые шкафы у нас вот так вот выглядят. Кварц, титан. Вот эти шкафчики, я потихонечку в них буду пере... Так, ладно. Так, хорошо, я пока их... Как же вас... Подождите, а как вас так поставить? Подожди, я вот поставлю тебя. И поставлю, предположим, я могу еще вот так вот прям поставить? Так, надо колесиком покрутить. О-о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 , колесико, колесико, колесико. Ой, смотрите, я могу у вас как книжные полки ставить, правильно? И смогу вот так вот просто к вам так пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Шикарно. Шикарно, как книжные полки. Хорошо, давайте тогда разберем... Разберем вот эту бурбугу. Переложить. Разобрать. Переложить, разобрать, да? Сходи пока с Тустарпома, там много вкуснях. Титана дофига. Так, пока что мы перекладываем. Ну, давайте вот сюда у нас будет, типа, первый же собрать. Титан. Это будет шкаф прям с титаном. Я его просто сюда. Ой, как здорово. Смотрите, сколько титана в него помещается. Господи, какие эти шкафы классные. Ой, не так. Сюда так. Ой-ой-ой, так, гравипушку-то верни. О, боже, какие они вместительные! О, боже, боже, боже! Сейчас сходим по квесту Старпома, сначала база. Титан разобрать. Господи, посмотрите, какая красотища! Господи, как они мне нравятся. Не, мне нравятся стеклянные шкафы. Привет, сладенький, здравствуй, Логель. Так, что у нас здесь? Гелеобразный мешок. Просто сожру его, на самом деле. Он мне нужен на аквагель, но я его еще нафармить могу очень много, правильно? Сожрем его или на аквагель пустим? Да не, у меня есть вода нормальная, чем мне его сразу сожрать-то? Ладно, пока не буду. Так, шкаф. Продолжаем забивать шкаф титаном. Так, здесь собрать. У меня, скорее всего, кварца не будет. А кварц у меня уже и кончился, да? Кварц, наверное, кончился? Кварц-то, наверное, и кончился. Тем временем. Так, кварц, кварцуся. Кварцуськи-то больше-то и нет, дорогие друзья. Да, не ешь, подумай. Так, ладно. Кварцуся-то пока и нету. Ладно, здесь тогда... Что мы еще хотим построить из того, что прям вот хотим построить? У нас тут есть аптечка вот эта, периодически, которая спавнится. Знаете, я ее пока переносить не буду, мне пока что еще лень. Мне пока что ее лень переносить. Поэтому я, наверное, пока что ее переносить не буду. Так, аптечка изготовителей. Так, и здесь мы хотим из хранилища достать вообще все к чертям собачьим. Этим хранилищем я пользоваться не буду более. Тут питательный батончик и скрижаль. Так, сейчас переложить. Питательный батончик, употребить. Ладно, скрижаль. Блин, это надо все равно все перенести. Ладно, ну в смысле, настоящая стюардесса улыбается до конца, просто делай как она, правильно? Интересно, я могу разобрать радио в этой штуке? Так, пока что просто скинем, у нас сейчас тут никакого... Так, противорадиационный шлем просто переложить, титан этот переложить, эту всю срань переложить, ионные кубы переложить, батарейка, радиомаяк я таскаю сейчас с собой, модуль циклопа, гелеобразный мешочек тоже переложить, скваргел тоже, а вот гелеобразные мешочки у нас здесь и должны быть, зуб сталкера, цилиндрическая колба для... Особенно бесполезный стеклянный контейнер. Мы это говно просто выкинем. Особенно бесполезный стеклянный контейнер выбросить. Хорошо. Так, зарядники нужны, если рецепты собрал. Еще пока не собрал никаких рецептов, если сейчас... Сейчас мы посмотрим, что у нас есть. Изготовитель аптечек пока здесь, радио... Да, изготовитель аптечек пока просто здесь останется. Так, здесь переложить, все это перекладываем. Хорошо. Хорошо. Кстати, здесь, наверное... А, нет, здесь дополнительного входа я не сделаю. Надо себе эту швартовую штуку сделать, чтобы я мог швартовать свой маленький охапчик. Так, здесь у нас забито все, конечно же, говниловым. И перекладываем сюда пока.
Значит, все отлично, у нас здесь все есть. Итак, здесь у нас вода уже вся кончилась. Значит, мне надо пойти на фарм воды. Так, настенный шкаф, шкаф, зарядное устройство, ингредиенты неизвестны. Зарядное устройство, энергетический аквариум. Самодостаточная водная среда и питание. Модификационная станция, ха-ха-ха, внутренняя грядка еще пока не изучена. Биореактор компостирует органическую материю в энергию, но мне не надо, у меня солнечные батареи. Консоль улучшения транспорта, микросхема, титан, медный провод. Микросхема у нас сейчас делается за золото. Консоль улучшения транспорта. Постройте в стыковочной шахте, чтобы улучшить припаркованный транспорт. А стыковочная шахта у меня где? Урна, утилизатор, торговый автомат. Кофейный торговый... Кофейный торговый автомат? Подожди, стой, пожалуйста. Так, подожди, стоп, стоп, стоп. Кофейный торговый автомат? Я в деле. Так, где будет наша кофемашина? Так, вот здесь вот, конечно же. Построить кофейный торговый автомат. Кофейный... Так, что у нас? Где кофе-то? Суки. А где стакашку взять? Так, кофейный торговый автомат. О, вот. Подожди, а куда ее надо нажать? Куда я нажал, что у меня? А! Я просто тусую здесь, а у меня появляется кофе, да? Я просто тусую здесь, у меня регенится вода. Хап, ответь Хельге. Так, что такое, Оль? Привет, привет, ребят. Подожди, кофе варится. Это так смешно. Так, ладно, пущай будет, это забавно. Что такое? Оно само в инвентарь через 5 секунд. Это офигенно. Еще, еще. Еще, отличный бодрящий кофе без кофеина. Русиано. Русиано? Русиано, это Нескафе Классико. Ося, что такое? Ося, я тут. Я слушаю вас. Я слушаю вас, дорогая. Сейчас, ребята, сейчас мы полетим, поедем, пойдем. Мне надо пока что сначала... Так, Саш, сорян, что отвлекаю, но ты уверен, что карта не у тебя? Я просто не нашла. А, сейчас проверю. Сейчас проверю. Не-не-не, она у тебя. Я ее оставлял уже как пару дней. Она лежит на серватике. Ну, то есть... Она лежит на... Ну, там, где мы обычно... Где я тебе обычно оставляю карту или денежку. Там, где... Стоит это место. Там, где должен стоять телевизор, но над ним. Так что поищи. Нет, у меня нету. У меня нету карты Киваса с собой точно. Карты Киваса у меня с собой нету, так что ищи. Так, хорошо. Значит, употребить... Потребили кучу-кучу воды. Итак, хорошо. Значит, ребята, что нас интересует сейчас еще? Так, энергия 60. Утилизатор, урна, барный стол, указатель, скамья. Это все чушь. А, значит, внутренние детали. Это можно второй этаж сделать. Ой, это, кстати, я хотел бы такой сделать. Энергопередача включена дальше. Увеличивает дальность действия источника питания. Осветительная мачта, стационарный воздушный насос. И здесь стыковочная шахта. Титановый слиток. Смазка свинец. Стыковочная шахта. Титановый слиток. Я, в принципе, могу сейчас сделать себе стыковочную шахту. Стыковочная цель для требующей высоких энергий и структурной прочности. Высокие энергии. Мне надо пока что стыковочную шахту, по-моему, не надо. Я думаю, что пора, ребята, отправляться. Мы сделали какой-никакой дом. Нам нужен кварц. Нам нужно много кварца. Нам нужны алмазы. Нам нужна куча всего. Нам нужна куча всего. Нам нужен в том числе и магнетит. А еще я хотел бы опробовать наше чудо... Чудо-термоклинок. Поэтому мне кажется, что пора, уважаемые... Пора, уважаемые, плыть. Причем, смотрите, у нас точка встречи Авроры суша. У нас еще есть точка встречи Авроры суша. Я думаю, что мы сохраняемся и пойдем. Шахта перезаряжает транспорт. Стыковочная шахта перезаряжает транспорт? Блин, я хочу стыковочную шахту. Поеду ее сюда сделаю. А развиваться я тогда... А, у меня второго этажа точно не будет. Блин, не знаю. Я когда-то в такую жопу, на самом деле, уфигачил. Блин, ладно. Ты меня убедил. Я хочу стыковочную шахту.
пойти на базу. Стыковочная шахта. Так, она у нас строится из халявы. Смазка изи, свинец изи. А, вот смазки у меня по дороге пока нету. Свинец изи, титан слиток. Давай чуть попозже. Давай чуть попозже, давай пока без этого. Итак, поехали на дистресс-сигнал. Если хочешь быстрый изи фарм, строй комнату сканирования. Комната сканирования топ. А что она делает? Перекрасить, переименовать, улучшить. Окей, хорошо, я понял. Стыковочная шахта будет. Сейчас задача наполнить инвентарь, сделать квест. Точка встречи Авроры. Так, сделать квест. Сейчас сделаем квест. И сделаем квест набрать кварца. Набрать кварца. Набрать алмазов по возможности. Кстати, смазка. Вон, вон, вон смазочка. Гроздь семян водорослей, я возьму две грозди и хватит. Гроздь семян водорослей, а почему мне не посканено? Подождите, у меня тут подсвечивается, как будто я мог посканить. Подождите, я что-то за ним пытался посканить? Какое-то багло, видать. Багло или я Василий? Скорее всего, я Василий. Так, а где мой очок? Сраные сталкеры, отвалите. Так. Так, сканирует местность и показывает комнаты, где находится нужный тебе. А как далеко он сканирует местность? О, кварц. Дофига. Значит, здесь можно его маленький найти. Да? Мелкий кварц можно найти? Ну, это известняк, так что это не особо интересно. Так, пока так. Звуки такие, будто меня сейчас придут убивать. Вообще пока что опасные. Так. О. О, нифига себе. Так, выглядит эпично. Так, меня никто не ждет в данный момент? Нет, давайте-ка сохранимся тогда. Так. Так. Здравствуй, дорогой друг. Кто ты? Раковинный пластинчатый коралл. Ты что? Что за бульба? Древний поплавок. Древний поплавок. Биологические данные. Прикрепленная суша, поднята водой. Жизненный цикл. Оценка невероятна. Древний поплавок позволяет поднимать сушу к поверхности. То есть это штука, которая поднимает сушу к поверхности. Ага, если я их пофигачу, скорее всего, эта штука упадет на днище. Так, дистресс-сигнал у нас где-то отсюда идет, шел, да? Давайте позыркаем. Так, слушайте, на поверхности острова... О, КПК-ха, вот же она, господи. Так, оставлены КПК. Чё говоришь? Так. На борт Авроры почините дальнюю связь. Вам я такого не приказывал. Дело не в субординации, дело в выживании. Чем больше нас будет, тем лучше шансы выживать. В обязательном времени, когда не включает заботу об их отсутствии, выйдите из воды. Если я попаду не передать, я пришел на свои координаты. Не могу отпустить вас, ну тогда идем со мной, вы не оставите мне другого выбора. Получена экстренная передача второго помощника Кина. 2 часа после Кина встреча не удалась, я приходил передачу. Па-па-па-па-па-па-па. Хорошо. Значит, здесь у нас какой-то остров. Давайте его изучать. У меня есть радиомаяк. О.
Отлично. Розовочепец. Разновидность наземного гриба собираемыми спорами несъедобен. Несъедобен, но можно собрать. Возьмем просто так, чисто для проформы. Так, заранее можно сюда просто на пол выкинуть радиомаяк, чтобы я знал, где эта локация вообще находится. Я правильно понимаю, что это так работает с радиомаяком? Кажется, нет. Кажется, я неправильно понял, как это работает с радиомаяком. Ребят, я нажал выбросить радиомаяк, и я его больше поднять не могу, я правильно понимаю? Ребят, я правильно понимаю, что это произошел деспаун радиомаяка? Или я как-то слишком элитно его выкинул? Или я его не выкинул вообще? Ребят, вы не видите радиомаяк? Я не вижу радиомаяк. Он, может быть, упал, куда-то укатился? Что за борода? А, вот же он, радиомаяк, 20 метров. Он упал через текстуру вниз. Окей, будем считать, что это... он работает, этого мне достаточно. Я буду помнить, что он просто упал через текстуру. Так, что у нас здесь? О, воксельный кустик. Растение с разумением, глотом, который растет исключительно на земле. Только на земле растет, хорошо. Семена воксельного кустика. 4 штуки. Хорошо, погнали далее. Упс. Это недалеко от Авроры, между прочим. Подожди, пожалуйста, а это случаем не тот же самый остров, на котором находится царь-пушка? Так. Здравствуй, ДСТЛ. Всем привет, дорогие друзья. Поехали. Поехали, оплывем остров. Так, здесь можно снова... Нет, не похоже на тот остров. Я не помню по тем островам поплавков. Поэтому нет. Так, синие растения какие-то. Что это? Я их даже засканировать не могу. Корзиночник. Наземный оранжевого цвета, который содержит густую и богатую белком тину у основания. Это может произвести хищный образ жизни, в котором личинки насекомые привлекаются яркими лепестками. Понятно. Но меня ты не сожрешь. Воксельный кустик. Так, что у нас здесь? Какие-то новые грибоси. Чаша Ефо. Обычный наземный гриб, встречающийся. Это ж погонь неприятная. Получил джедайским мечом. Чаша Ефо. Взять пятнистый погремок. Чтобы... Это может быть для отпугивания хищников или даже привлечения хищников, чтобы использовать в качестве переносчиков спор. Хрупкая наземная растение содержит много спор, которые издают характерные стук подростками при треске. Давай-ка возьмем его. Давай посмотрим, как он выглядит. Образец инопланетной форы. Понятно. Хорошо. Шикарно. Так. Можешь деревья хавать, для мозга полезно. Ботаника. Ха, получила подлое дерево. Так. А, здесь воксельный кустик. Это мы видели. Так, вот эта штука. Это что? Луковое дерево. А, луковое дерево мы уже, кстати... С луковым деревом мы уже знакомы. С него много воды и еды. Блин, хочу дальше крошить луковое дерево. Я просто вот так вот инвентарь полон. Зачем выбросить, употребить, пожалуйста. Хорошо. Я на всякий пожарный семена лукового дерева схвачу с собой 2 штуки. 3 штуки, ладно. Луковое дерево выглядит как чем-то имбалансно крутым. Так, что это у нас? Это что-то новое? Нет, это розовочепец. Это мы видели, пятнистый погремок. Это какие-то все грибы, скорее всего, они нам понадобятся на дальнейших этапах игры. Это явно какие-то красители или еще какой-нибудь говнилово. Инфосоточка, друзья, инфосоточка. Капитана не проведешь. Так. Опа!
Опа, С. Так, я туда хочу во что бы то ни стало. Так, здесь система пещеры. Смотрите, какая вкуснотища. Вы думаете, это не нужная штука? Я уверен, что это нужная штука. Луковое дерево, корзиночник. Луковое дерево, хорошо. Так, что это за папоротники? Плохие папоротники. Так, это растение мин. Растение мин, это как имя. Имя как Вениамин, растение мин. Жизнестойкий вид, который растет на суше, вазоподобный ствол, защищает корневую систему от хищничества, самосознания в течение времени, чтобы снять картины трещины по бокам. Крут. О! Ёпрос, это старая база. Так, пошел вон, очко. Так, опа, наружная грядка. Мраморная дыня. Чертежи, наружная грядка. Продвинутый синтетический грунт позволяет этой грядке выращивать. О, хорош. Мраморная дыня. Во-первых, скан. Во-вторых, тырим ее сразу. Мраморная дыня. Оценка съедобности, содержит много воды. Так, а что она по инвентарю? О, боже, какая она вкусная! Китайский картофель. Китайский картофель. А, я его не взял еще. Inventory full. Ах ты ж фак. Так, давай-ка тогда луковое дерево выбросить пока что. Или, может, выбросить пропульсионную пушку? Не, давайте выкинем, выбросить вот это пока. Эти все... Я его просто собираю, семена. Еда 12, вода плюс 3. А дыня целиком полностью собирается. Так, хорошо, ладно. Дайте-ка я... давайте тогда образец лукового дерева мы весь сожрем. Мне кажется, что мне не надо. А дыни мы соберем. Мраморная дыня и китайский картофель. Китайский картофель вообще крутой. Так, хорошо. Живая стена. Что за живая стена? Чертежи, живая стена. Что это такое вообще? Не знаю, что это за хрень. Ой, там, смотрите, как сладко. Так, паскуда, иди сюда. Кала, поешь, сволочь. Так, что у нас тут? Кого я могу здесь посканить? Так, что-то есть. Пурпурная скрижаль. Ее можно сканить? Многоцелевая комната, ура, наконец-то, господи. Finally, some good fucking food. Наконец-то, господи, я мечтал об этом. Так. Пол, что это за штука? Я не знаю, я нашла снаружи в песке. Часть другого короля так я прежде не видел. Она даже не поцарапана, не рогалится, нет, расслабьтесь. Она светится, мы не первые люди, которые пришли на эту планету. Возможно, происходит, но мне не так... Понятно. Шикарно. Так, это настенная грядка. Настенная? Это я ее типа не с той стороны почекал. Почекал. Переборка. Я не знаю, что такое переборка, но мы ее засканим. О боже, блюбринты. Семена дыни возьми, а не саму дыню. Ящик с предметами, батарейка, еще один КПК. Так. Так, голосовой журнал Дагази Шторм. Твоя жизнь цена для вершина, как это грябка строй. Так. Понятно. Так, это вот то, что я изучил, это вот это вот надо использовать лестницу. Сверхскользкие ласты, смотрите, какая красотища. Я нашел сверхскользкие ласты. Это новая модификация в модификационном столе. Обязательно заюзаю. Так, мы видели там еще КПК. Так, оставлены КПК. Так, это просто журнал. Журнал. Журнал шеф 5 недель после крушения, это все неинтересно. Они просто тут. Choice we got is whether to get buried with it.
Шикарным прожектором. Это я даже не вижу, откуда что это такое. Чертежи прожектора. Так, все посканировать. Блин, мне нравится лестница, мне нравятся настенные грядки. Я, короче, многоцелевая комната, finally. Finally многоцелевая комната. Так, здесь. Фрагмент стазис винтовки. О, ничего себе, какая, какой жир-то. Фрагмент стазис винтовка использует платен... О, хорош. Хорош. Так. Кстати, а по поводу дыни, ребята. Так, давайте-ка попробуем. Значит, дыня. Мы ее можем выбросить? Выбросить. Я вот выбросил дыню. А, сейчас, подождите, надо сохранить. Взять мраморная дыня в ветхое. Если я порублю. На ветхое уже, ребят. На ветхое я уже даже порубить не могу. Слушайте, а семена вексель... Слушайте, а вот семена дыни у меня как вы должны появиться вообще? Ветхая мраморная дыня. Я ее могу? Блин, мне надо тогда ее как-то... Мне надо что-то с ней придумать. Так, проверяем всякие штуки, чтобы мало ли здесь есть где-то боксы, в которых я могу... Боксы, в которых я могу найти себе еще одну стазисную винтовку. Я не знаю, что это такое, но это явно что-то очень полезное. Так. Вот это место меня в первую очередь привлекает. Так, куда я бегу и как? Подождите, там еще такое место. Ребята, там еще такое... Подождите, или я... Я же не мог так убежать. Это надо мной тоже такая же штука. Да, надо мной тоже такая штука. Вот, значит, эта штука здесь, эта штука здесь. Так. Давай, братан, ты мне должен спасти. Хорош. Правильно идем. Так, через это место явно надо пробраться. Beautiful. Так, хорош. Да, это места, где можно всякие штуки посканить. Итак, композитный горшок. Шикарно. Композитный горшок позволяет китайский картофель. Хорошо. Взять маленькое мраморное дыня. Так, я могу взять семена мраморной дыни, если... Ой, фак, это... О, маленькая мраморная дыня. Сука, я должен был опять по ней ударить, я не ударил. Какой же я упырь, сука. Я обсерватория. О, красотища. Я могу теперь красиво отдыхать. Ты не лошадь из Карима, чтобы на вертикальном стенам лазать. Минус дыни, опять минус дыни. Fuck my life. Так, оставлю на КПК. Дегазим. Этот остров просто находка, выгляни в окно. Здесь нет хищника, здесь свежая пища. Из стройматериалов от корабля ничего не осталось. Самолец говорит, что без дополнительных грядок мы будем голодать. Скажи, молец. Угу. Понятно, хорошо. Тьма пришла. Горшок мы посканили. Так, теперь мне надо вон туда. Блин. Вернись к прошлой базе, отсканируй там обсерваторию, ибо все надо три фрагмента, все находятся на этом острове. Так. У меня туда. Только здесь темно. А в прошлой базе, которая внизу, там есть обсерватория? Там есть то, что я реально не засканил? Нет, это комната просто. Это комната. Ну, мне обсерватория, честно говоря, не нужна обсерватория. Это
технически... Обсерватория это технически просто круглая комната, которая хрен пойми вообще зачем. Так. У тебя обсерватория отсканирована, отсканирована, хорошо. О, я слышу сигналы. Блин, я что, человека сейчас найду? Офигеть. О. Что у нас здесь? Стазис-винтовка, шикарно. Это значит то, что у меня есть блюпринт стазис-винтовки. Не знаю, что это, но это, сука, интересно. Так, подсвети, пожалуйста. Так, ящик с припасами, беззараженная вода. Я думаю, сразу соснем ее. О, нифига, что это такое? Лампион. Папоротниковая пальма. Лампионовое дерево. Это явно что-то очень вкусное. Съедобно в экстренных случаях. Древовидная лиана, состоящая из сплетения отдельных стеблей, поддерживает друг друга. Все только на плодородных почвах. На каждом стебле созревает оранжевые, похожие на фонарики плоды, минимальной пищевой ценности и содержанием воды. Ой, ну это здорово. Корзиночник. Что такое корзиночник? Чертежи, внутренняя грядка. Чертежи, внутренняя грядка. Где у меня стресс? Обсерватория, многоцелевая комната. Господи, шикарно. Наружная грядка. Искусственная грядка, предназначенная размещать на земле или под водой. Угу, титан 2 всего. Хорош. Внутренняя грядка. Искусственная грядка, предназначена для размещения только внутри помещения. Внутренняя грядка. О, шикарно, титан 4. Композитный горшок. Шикарно. Зарядное устройство. Так, взять лампион. Возьмем один лампион. Инвентарь full. Он теперь на полу валяется, лампион. Подожди, а почему я не посканил папоротниковую пальму? Нахрена она вообще нужна? Это же мусор какой-то. Папоротниковая пальма. Мусор. Так, лампион. Во, лампион. Еда 10, вода плюс 3. Фрукт в форме... Ну, нормальный такой фрукт. Жрет место просто пипец. Давайте за гроздью семян водорослей, я потом приду. Так. Лампион употребить. Так, лампион, аколампион... То есть я могу их вот прям вот столько, да? Их прям вот столько, да? Возьму два и постараюсь посадить дома лампионы. Чаша Яфо, вексельный кустик, гроздь семян водоросли. Это мы... Подожди, а что за гроздь семян водоросли? Так, кого я должен посканить здесь? У меня гроздь семян водоросли не посканена. Ты меня издеваешь надо мной просто. Еще у нас... Так, хорошо, КПКся. Так, журнал Барта Торгала 3. Я вижу солнечный свет. Все это время, проведено в глубине, мечтал о нем, а теперь я снова здесь и наслаждаюсь им в одиночку. Отец был прав, нам не следовало уходить. Мы должны были сходить так глубоко, мы не нужны там внизу. Как бы ни старался, болезнь усиливается, видение становится все хуже. Маргарет и отец стали частью экосистемы, нет, невероятно порадует. У тебя что, когда я море присоединюсь к нему до тех пор? Ага, понятно, все, меня ждет то же самое дерьмо. Меня ждет то же самое дерьмо, дорогие друзья. Они, короче, сдохли от этой болезни. Они сдохли от этой болезни. Надо выживать. Каким макаром, я не знаю, но надо выживать. Они просто подохли, уважаемые. Они просто подохли. Они просто подохли от того, что не вылечились. Это значит то, что мне надо на глубину 800 метров выживать, иначе я в жопе. Итак, там чувак говорил что-то про обсерваторию. Давайте-ка посмотрим. У меня вроде как уже есть чертежи обсерватории, да? Обсерватория. Да, есть, так что можно не париться. Самолет, стекло, титан. А текст панорамы внутри очень малой структурной прочности. Пошел он на задницу, от меня все равно не буду это строить. Хорошо. Я считаю, что здесь мы сделали все, что хотели. Зачем ты всякие сорняки собираешь? Лампион, топливо для биореактора. Так, я считаю, что на этом острове мы пока что сделали все, что хотели. У нас очень много занято места, поэтому полагаю, что мне надо... Так, полагаю, что мне надо домой. Полагаю, что мне надо домой. Очень надеюсь, что дыню я всю не погубил, ребята. Я надеюсь, что я дыню не погубил. Если я погубил дыню, это будет очень обидно. Будем до конца жизни жрать лампионы. Радиомаяк, а где у нас мотылек-то?
родной. Ты мой запаркованный сладенький. Так, хорошо. Домой. Я, к сожалению, много чего из этого, много из того, что хотел, не сделал, зато у меня есть многоцелевая комната. В смысле, ты был на только на двух базах из трех. Так. Ребята говорят, что я был только на двух базах из трех. Как это на двух базах из трех? Я был на днищенской базе, на базе. На больш... на... так, журнал Дагази. 1, 2, 3, 4. А что надо? Ты все нужное плутал. Ты был на всех трех. Да. А, говорят, взять семена лукового дерева. Знаете, у меня есть 4 слота, и я действительно хочу их взять. Так что я на самом деле действительно... сейчас быстренько к луковому дереву подъеду. Одно луковое дерево действительно хочу взять. На всякий пожарный. Я не считаю, что оно какое-то имбалансное и крутое, просто луковое дерево, оно у нас здесь, оно у нас здесь есть, так что сойдет. Я не считаю, что оно какое-то умопомрачительное. На всех был, но тут еще и точка интересная, но к ней с ионным кубом вернешься. Не спойлери, уважаемый, не спойлери, не надо. Так, луковое дерево, семена лукового дерева есть одно, хорошо, поехали. Посмотри, там 1, 2, 2 и 4, а третьего нету. А это какой? Может быть, третий? Голосовой журнал Дагази. Дагази. А, все, вижу, да, все, согласен. А, ну ладно, я не буду упарываться. Или будем упарываться. Блин, братан, честно говоря, уже не хочется упарываться. Будем упарываться по третьей штуке. Будем упарываться по третьей штуке. Технически изучить-то надо хорошо. Технически лучше изучить хорошо, чем нехорошо. Не думаю, что я хочу упарываться. Пока не буду. В случае чего я сюда вернусь, радиомаяк я оставил. Я хочу домой заниматься. Я хочу домой заниматься этими. Я хочу домой заниматься плантациями. Мне кажется, что плантация это будущее. Да, 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 надо играть самому, не вестись на тачек. Го веселый хер, зачем тебе этот сюжет? Согласен. Так, теперь заранее смотрим. Многоцелевая комната, Титан 6. Хорош, она все за Титан делается. Блин, мечта дурака пришла. Многоцелевая комната, сука, как я не мечтал. Это же я просто сейчас сюда пихну плантации и все пихну. Блин! Хорош, хорош! Правда, все равно понадобится потом сделать вылазку за кварцем и т.д. и т.п. Вспомни вступительный трейлер сравнить с текстом журнала номер 3. Биореактор построишь сразу, чтобы у тебя ночью энергия была. Maybe, maybe. Some people think they can outsmart me. Maybe. Maybe. А еще я хотел этот поставить штуку, которая заряжает мотылек. Ну, во-первых, во-вторых, она же копится. Зачем мне по ночам энергия? У меня же копится энергия. Я просто поставлю третью солнечную, он будет накапливать, а ночью будет тратить то, что накопил. Красотища. Так, эти журнальные как поросенок 1, 2 и 3, 1, 2 и 4. Так, умаба. Так. Мотылек портану, паркну где-нибудь здесь. Все, свободен мотылек. Итак, многоцелевая комната. Во-первых, войти на базу. Кофеек сразу делаем. Welcome aboard, Captain. Так. Ветхая. Переложить все, перекладываем. Мне решительно не хватает... Блин, мест вообще пипец нет. Разлагающийся китайский
Блин, очень плохо. Я просто не успею. Так, титана надо набрать срочно. Титана набрали, побежали. Итак, я хочу многофункциональную комнату. ККМ, многофункциональная комната. Многоцелевая комната. О, да. Как тебя сделать? Многоцелевая комната, что это такое? Как мне тебя создать? Как мне тебя... О! Многоцелевая комната. Ты будешь моим... От входа налево будет моя грядка. О, да, иди сюда. Хорош. Хорош. Прочность базы 4,75. Хорошо, я потом фундамент сделал. О, нормально. Сука. Сук! Ладно, хорошо. Изготовитель разобрать. Изготовитель повесим куда-нибудь сюда. Изготовитель. Изготовитель, так и быть. Я перенесу, я не гордый. Изготовитель. Так, С-строитель. Так, хорошо, многоцелевая комната. Ура, 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 многоцелевая. Господи, посмотрите, какая она классная! Сука, я не мечтал. Так, теперь грядки. Грядки наземные. Внутренняя грядка. Внутренняя грядка, просто мне надо как можно больше их. Это будет моя... Ой, подождите, я еще хотел не только внутреннюю грядку, а еще хотел настенную грядку. Как она называется, я забыл. Прочее. Живая стена, стена листа, чисто декоративная. Все, жопу, говно. Внутренняя грядка. Так, подожди, пока не надо. Внутренняя грядка еще хочу. Тут надо хорошо так. Надо, чтобы здесь было вообще прям... У меня пока что, скорее всего, мест на нее не будет, но в случае чего разберу, что я не жадный же. Сюда куда-нибудь пихнем. Сраная ферма. Бетховен и майним. Слушай, некрасиво так, как просто пипец. Как и все, что я делаю, просто некрасиво. Просто некрасиво. Так, разобрать. Просто некрасиво. Просто некрасиво. Как сделать красиво? Может, сделаем трех гряд? Может, сделаю три. Просто три. Красиво. Чтобы было красиво. По сторонам света. Как вы думаете, хватит? Живую стену чисто по фэншую, чтобы. Две-три грядки хватит на еду. Хорошо. Смотрите, красотища. Тебе двух грядок заказать, даже одной хватит. Отлично. Три грядки. Поехали. Так, грядка. Внутренняя грядка. Хорошо. Так, дыня. Растение. Инопланетный... Чё, кофе тебя полить? Мне кажется, что я все сломал. Еще в горшки деревья посади. Так, у меня здесь будет китайская картоха и люмпины вот эти. Или как их зовут? Люмпины. Ну, люмпины — нормальное название. Папа по американу. Пып, 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 пып. Так, разлагающий образец. Переложить, 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 переложить. Так, луковое дерево. И люмпины. Так, как тебя посадить? Я не знаю, разлагающийся образец лукового дерева. И лампионы. А подожди, а где моя китайская? Где моя китайская? Ты опять все сломал. Дыню посади и посади и чикни семена, полученные ножом. О, нормас, сработало. Семена мраморной дыни. Семена мраморной дыни и маленькие дыни. Я, кажется, все сломал. Лампион куда-нибудь сюда. Мне кажется, так не растут. Лампион, лампионное дерево. Растущий на дереве фрукт. Лампионовое дерево, походу, поставлено. Емкость для посадки. Здесь у нас китайский картофель, луковое дерево. Так, левая грядка, кстати, кривая вышла, не? Да не умничай, отстань. Кажется, я все сломал. Так. Понять не могу.
Оно как бы растет или нет? По внешнему виду нет. Попробуем так. Маленькая мраморная дыня. Попробуем сделать так, как есть. Итак, значит, посадка завершена. Употребляем кофе. Так, делай кофе просто пока, да, я буду подходить пить. О, радио. Спасательный 13. Спасательный. Джучи Хасар, я сказал Хасар. I said Kassar. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Понятно. Понятно, там можно найти Джучи Хасара. Так, я, кстати, нашел себе новый грейд на ласты. Новый грейд на ласты — это литий, силиконовая резина, титан, ласты. Все из этого у меня есть. Литий, силиконовая резина, титан, ласты. Силиконовая резина, титан, литий. И у нас литий. Что, наверное, в шкафу, в котором написано литий, как ты думаешь? И ласты. Эй, мужики, а это ласты чьи? По голове себе постучи. Хорошо. Хорошо, ласты новые, сверхскользкие есть. Итак, еще. Ой, это я что нажал? F1. А, не то нажал. А, чертежи. Комната сканера, стыковочная шахта, обсерватория. Стыковочная шахта, пол, прямой отсек. Я еще пока не могу. Система отображения циклопа. Циклоп сам я еще пока не нашел. Газовая торпеда. Ух, ёжик. Воу. Воу-воу-воу. Воу, нифига тут у меня говнилово-то открылось. Полегче. Пусковая платформа Нептуна. Воу-воу-воу. Замораживает физические объекты. Микросхема, батарея, титан, магнетит. Магнетита нету. Пурпурная скрижаль. Кстати, да, выложить пурпурную скрижаль. В разное, пожалуйста. Где у нас пурпурная скрижаль? Переложить. Переложить. А, тут места нет, просто. Переложить. Да и лети сюда же, да, скинем. Титан в отдельную титанярню. Ой, лук из китайский картофель, кстати. Так, переложить. И дынька еще. Просто идите сюда. Так. Еще одна дынька. Переложить. Еще один китайский картофель. Хорошо. Эта штука, по-моему, растет. Хорошо, еда, вода. Еда, вода, хрен с ним, с едой, водой. Так, стазис винтовка. А, замораживает какие-то объекты. Оно мне надо? Это чтобы отпугивать всяких комаров? Типа, явно же батарея, титан, магнетит. Во-первых, у меня магнетит, я его построить не смогу. Угу. Инструмент исследователя, это просто чек. Чушь, Петровна. Так, ну, слушайте. А, о, против... Новые же точно. Укрепленный костюм ныряльщика. Вот, титан, алмаз X2, синтетические волокна. Синтетические волокна я уже... Я уже могу делать синтетические волокна? Нет, не могу. Я в попе. Синтетические волокна для меня не открыты. Итак, значится. Пойдемте Хусара. Хусара чекать. Редичек на Хусара, ребята, объявляю. Но перед этим мне, по-моему, надо все-таки что-то поделать. Например, половить... Например, половить рыб пузырей. Возможно, половить рыб пузырей. И понаделать из них всякой еды. Еды, воды. Да, еды, воды, надо запасики как-то восстановить. Подкузьмить, я вон вижу 4 пузыря. Такой. Так, пузыря 4 есть. Можно поесть. Можно попить на самом деле. Вот этих пескунов мы просто съедим. Они очень хороши для еды. 3 пескунов, а 4. А этих на воду. Подожди, а что это такое? Это бумеранг новый? А что с бумерангом? Буми. Буми, что с тобой? Бумеранг. А, ничего особенного. Так, хорошо. Значит, покушать мы сейчас покушаем. Так, для сетчатых волокон ножиком по водорослям почикай. Ножом лови, они сразу зажарены будут. О, точно, господи, я совсем завтыкал про это. Я же нож грейданул.
чтобы это все именно так работало. Я такой наркоман. Ну, кстати, для воды мне... Для воды фильтрованной мне не нужны эти. Батат занимается... Да, могут, может ли... Могут ли... Могут ли налоги платить налоги? Может ли батат вырастить батат? Скоро узнаем. Так. Кофе употребить. Употребить. Пескунов употребить. Вода употребить один. Три воды с собой есть. Батарюськи, титанюськи. Титан скинуть. Блин, ну не сюда же, не в эту помойку. Вот в эту помойку. А так, вода с собой есть. Заряд с батареи. Слушай, одну отдам. Значит, смотрите. Идем по дистресс-сигналу Хасара. По дороге нам нужен кварц. По дороге нам нужны алмазы. И по дороге нам нужны желтые штуки. Поехали. Хасар. Хасар ду темплари. Почему у меня 222? Не беси. Welcome aboard. И чтобы сделать такую очную станцию, чтобы заряжался мотырек. Шикарно. Поехали. Поплыли. Больше подарков. А где твой фонарь? Не нашел рецепт? Неа. Рецепт на фонарь у меня нету. Капсула номер 13. О, так, это нам точно надо. Газул ду темплари. На смазочку, смазочку. Гроздь семян водорослей, две штуки взяли. Я, кстати, хочу уже стыковочную станцию как можно быстрее. Может быть, сейчас вернуться и сделать стыковочную станцию? Давайте подумаем. Если я сделаю стыковочную станцию, я могу вернуться. Значит, я могу вернуться и улучшить... Модуль погружения, усиление корпуса, модуль эффективности двигателя. Это все мотыльком, крабом. Полианилин. А где тебе полианилин? Модуль хранилища, титан и литий. Господи, я точно хочу модуль хранилища. Поехали. Все, идемте сначала сделаем... Сейчас, подождите, я правильно понимаю, что у меня есть реагенты на создание... отсека для сладких попок. Отсек сладких попок. Где он? Отсек сладких попок. Вот он. Да, все на него есть. Шикарно. Да, сначала отсек сладких попок, ребята. Смазочка есть, можно поесть, ребят. Ой, это оказывается стена. Хе! Олафасаден дер шайна шайни димон. Ну, как-то очень часто смазка нужна. Да в смысле, дружище? В смысле? Это не мне нужна, я бы и без нее смог. Это мамка твоя настаивает. Ладно, простите, это было ужасно. Прости, дружище, я уверен, что твоя мама очень уважаемый молодой человек. Ну, в смысле, женщина уважаемая. Просто не мог не пошутировать, понимаешь? Шутас пошутитас всегда должен. Всегда должен быть король лич. Так, титан, куча титана. Куча титана, этот титан, надо по всяким сусекам. По сусекам. И свинец, кстати, не забудем две штуки. По сусекам посусировали. Хорошо, шикарно. Значит, смазка есть, титановые, теперь вот эти... Вот эти штука прям... Так, изготовитель. Титаний. Ох, что жутко, говорю, невозможно удержаться. Да блин, да действительно. Так, титановый слиток. Красотища. Так, шикарно, есть на стыковочный отсек, да? Проверяем. 4 ПКМ, стыковочный отсек. Детали базы, стыковочный отсек, да. Иди к папе, кам ту папа.
Куда мы хотим стыковочная сеть? Стыковочная шахта. Ох ты ж, нихера себе. Вау. И куда? И куда я тебя пристыкую? Стыковочная шахта. На самом-то деле, уважаемые... Подожди, она как? А как я... Нет, мне надо ее как-то... Стопэ. Стопэ, у вас же такиш. Подождите, она автономная? Секундочку, она автономная или нет? То есть я могу сделать многофункциональную... Я могу сделать многофункциональную комнату и внутренний... Так, секундочку. Смотрим. Я могу сделать многофункциональную комнату. Стыковочная сеть для танца, требующая высокой энергии и структурной прочности. Протяни к ней трубу. Нет, судя по всему, нормально. Судя по всему, я могу ее... Судя по всему, я могу ее спокойно... Сюда, здесь будешь тусить? Или именно от входа куда-нибудь направо? Давай сюда, ладно. Не, ну мне не нравится здесь вот тут крив какой-то. Не крутой совершенно. Мин, здесь из надкуль. Так, сейчас, секундочку. А сколько времени? Ко мне, наверное, Олька уже пришла. Сейчас, секундочку, она должна забежать ко мне сюда. Или нет, или это не она должна забежать. Олька... Не, Олька не должна забегать. Или должна? Сейчас чекну. Небольшой перерыв на чай. Небольшой перерыв на чай, уважаемые. Небольшой перерыв на чай. Мне надо Олю встретить, все дела, поговорить с ней. Так, хорошо. Оплати, пожалуйста, потому что чтобы он ничего не съел. Так, ребят, мне надо... Так. Сейчас, ребят, секундочку, мне надо... Так, я могу, дай-ка я проверю, сколько у меня на Сбербанке. А, ну там в любом случае не хватит. На Сбере нету. Так,
Значит, карта Кивасан. Сейчас, секундочку, ребят. Я ее не видела в упор, Саша, я не знаю. Я ее полностью укрою. В смысле поставила? Куда же ее положила? После этого мы там оставили документы. Ты точно не перекладывала туда пока? Может быть, не знаю. Саша, ну я же не волшебник, я не могу, блядь, найти. Мне через час повезут, но оставлю телефон. Я тоже не волшебник, что ты мне сейчас скажешь. Я сейчас не пойду ее искать, придешь ее искать. Тебе придется ее найти. Хорошо, тогда ты мне доставку, я не могу ее найти. Ты лишь вечером будешь ее искать сам. Я не волшебник, я там все перевела. Я даже залезла под эту фигуру и все там прочитала. Там нет ничего, никуда не упала. В прихожей ее нет, на комоде было свежее скамейка, ее нет. На столе ее нет, или нигде. Я не знаю, где это. Короче, если я ее не найду, то... Да, конечно. Ничего. Я еще понимаю. Тебе отец. Отец звонил, ну я с ним не могу, ну я как бы у телефона с ним сижу. У меня закрыл дизель. Да, сейчас он. Так, прошу прощения, уважаемые. Потеряла карточку морда. Ну, моя морда, а моя вторая морда не может найти. Чашукин, брысь. Так. Так. Попробую стыковочный отсек. Просто... Я не знаю, как-нибудь отдельно, может быть. Мы можем стыковочный отсек просто отдельно зафигачить. А давайте сохранимся. Сохранимся. И зафигачим стыковочный отсек отдельно сами просто. Посмотрим, как он выглядит. Каким он должен быть. Стыковочная шахта. Вот тут, предположим, что мы ее собрали здесь такую. Классную стыковочную. Как она вообще выглядит? Стыковочная шахта. Разобрать. Как стыкуются? Стыкуются снизу. Emergency power only. Ты забираешься просто по лестнице внутрь. Значит, и оно должно быть подключено. Оно должно быть подключено. И сюда вниз у нас добавляется. Заползает краб. Да? Мотылек. И оно тусит прямо здесь. Ну, значит, нет, значит, оно должно быть подключено. А по начал строить базу, не зря играл Сабнатику вне стрима, пирожок. Я не играл. Я сажал Ольку. Сейчас я делаю ровно то, что на что планировал делать. Ну. Так, хорошо. Ой, теперь надо просто выйти. Или, может быть, ту штуку отдельно записать?
Так. Разберем ее полностью, чтобы вернули мне мои сладости. Так, подключаем к главному зданию. Подключаем к главному зданию стыковочную шахту. Только при этом, при всем, она должна быть так... Знаете, мне кажется, что мне надо как-то вот эту штуку... Мне придется, по-моему, переносить эти... Переносить, короче, придется. Или попробуем, может быть, ее как-нибудь... Если я поставлю сюда... Ну, там будет место под мотылек-то? Ёпарасоте, там будет место под мотылек или нет? Или нам надо ее куда-нибудь сюда поставить и как-то сочленить? Там же надо вниз заплывать мотыльком. Лол. Плюс ко всему, надо будет еще и этим, наверное, и циклопом заплывать. Он вообще большой. Вот тут вот стыковочная. Какая отвратительная стыковочная шахта. Какое отвратительное. Какое отвратительное у меня место тут подо все. Может быть, я что-то перенесу? Нет, мне вот это место нравится. Знаете, я, наверное, ее вот тут вот просто и поставлю. Да, она будет здесь. Она будет здесь. Я просто вход перенесу. Ну да, перенесу вход, почему нет. Стыковочная минус 4%, прочность 4,75. Взяем монтолёк. Тут, конечно же... О. Бу-бу-пуп. О, стыковочная шахта автоматически меня... присосала. И здесь я могу выходить, и здесь я выхожу спокойно на припаркованную свою эту. Здесь, скорее всего, я просто это окно заразберу. Да, окно разберу. В жопу окно. Разобрать ку. И здесь мы ПКМнем люк. Люк разобрать, и там две штуки надо. Фак. Так, хорошо. Куда? Демон. Так, титан две штуки. Титан у меня здесь. Так, титан две штуки. Так, еще я хочу... Ладно, хрен с ним, я пока так буду забираться. Зачем мне люк, когда я могу забираться здесь, под водой? Так. Теперь мне нужна панелька в стыковочной шахте. Я не знаю, где она. Так, панель стыковочной шахты. Это не внешний модуль, безусловно. Переборка. Конструкционно предотвращает затопление. О, ничего себе, классная какая штука. Так, панель стыковочной шахты. Где-то у меня красивая. Панель стыковочной шахты. Куда я тебя дел? Вот она. Титан, микросхема, медный провод. Микросхема — это как раз-таки медь плюс золото. Значит, два медных провода делаем. Значит, нужно куча меди. Куча меди. Пап-парапу-пап. Куча меди. Золотишко одно, походу. Куча меди. Меди, по-моему, нет. Меди нет. Я построил косяк. Заходи на нашу карусель. Сель. Так, может быть, здесь есть медь какая-то? Нет, нигде нету меди, ребят. Это, конечно же, пососики. Придется ехать за медью. Значит, мне придется сейчас не только всякую хрень искать, но еще и медь искать, да? Да, конечно же. И имя нам... Пососики. Так. Нужно укреплять фундамент, до база может развалиться. Ой, ну мы сейчас укрепим, я уж чё ж тут, я... Фундамент — это самая халява. Так, 4, значит, люк. Создать. Подожди, я что? Кварца нет! Я на люк не могу, у меня на люк кварца нету. Так, ладно, хорошо, тогда пока фундамент. Пока фундамент. Фундамент. Здесь вон фундамент, чтобы заплыть нельзя было. Ладно, так и быть. Куда-нибудь фундамент сюда. Ребят, куда-нибудь фундамент-то надо? Эй, морячки, а это ласты чьи? О, смотрите, как удобно. Смотрите, как удобно, фундамент спасает. Свинец нужен, фак! Я теперь буду залезать только так. Просто только так, как очко. Свинец у меня есть. Свинец. Там два свинца надо на фундамент.
Фундамент. Два свинца до титана. Хорошо. Остальные титаны пока что выкину, и мне сейчас все равно надо будет на этот. Стекло, кстати, у меня есть. А, у меня стекло, но нету кварца. Золото. Ладно, стекло, золото, слизь пока что оставим. Со всем остальным мы сейчас поедем все равно на разведку. Опа! Они пока что еще не работают. 74. Внутренняя грядка разобрать. Картофель. Хорош, хорош. Так, фундамент достроиваем. Собрать. Хорошо, фундамент дособрали. Прочность 3,75. Нормально. Выглядит уродливо, но нормально. Значит, стыковочную шахту я пока что делать не могу. Мне нужно кварц. На панели управления стыковочной шахтой мне нужно... мне нужен... На микросхему нам нужна медь. Мне нужен медь, кварц. Мне нужны простейшие. Мне нужны сейчас реально простейшие. Мне реально нужны простейшие. Да отвали ты от меня. Такой ты не очень. Мне не нравится. Добро пожаловать на борт, капитан. Так, кварц. Кварц и медь. Сохранить. По квесту у нас... Что у нас по квесту? У нас по квесту есть... По квесту мне некоторые... Не понял, что за фигня. Давай-ка побазарим. Слышь, очко! Чё, сука, засал? Будешь знать. Очкан, блин. Взял на полном серьезе, кусь, ну, кусь сделал. Драный пес. Ты мой мотылечек, ты мой хороший. По квесту там... А, хусар. Где у нас хусар? По квесту у нас хусар. По квесту нам сказали, что хусар... Так, Левиафан, животный мир, местные формы жизни... По квесту нам сказали, что хусар что-то где-то затонул. Где хусар затонул? Я потерял, где затонул хусар. Хусар где-то затонул. Так. Выглядит уродно, но норм карбонара, который сейчас приготовил на набор за 45 рубасов. Так все, да, так, в смысле, так и надо. Главное, чтобы работало. It's not stupid if it's working. Так. Значит, кварц. Значит, кварц, уважаемый. Кварц, 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 кварц. Кварц, медь. Кварц, медь. Это, в принципе, из одного места добывается. Магнетит в идеале еще бы нарыть где-нибудь. О, смотрите, здесь можно. Медь, хорошо. Металлолом всегда шикарно. Эта штука почему-то у меня не просканена. Почему у меня не просканен кусок песчаника? Серебро. Серебра никогда не бывает. О, кстати, я все хотел попробовать эту штуку. Иди сюда. Так, это что, приготовленный пузырь? Хорош. Приготовленный пузырь очень удобно. О. Как раз таки вот сюда я примерно и хотел. Что за грибочки? Так, я думаю, что я на мотыльки туда... О, кстати, вот она. На борту 13-я капсула. Очень высокопоставленный товарищ на борту. Поехали на днище. Все на дно, ребята. Ой, красотища. Так, это мы засканили, не знаю. Грибочки. Красотичные. Красотичные грибочки. Грибочки. О,
выглядит как что-то крутое. Так, это что такое? Глазастик. Глазастик. Кто такой глазастик, я не знаю. Глазастик. Седобинус Лукаларин. А? Да. Мне сейчас не до этого мало. Так, выступ сланца взять литий. Так, это гейзерок. О, магнетит. Первый магнетит, который я только находил. Это очень здорово. Мы извиняемся, что нас следили. У нас тут все было форс-мажорно. Такой еще магнетит. Так, еще магнетит. Выступ сланца. Золото. Выступ сланца — это краснотарник. Не знаю, что это такое. Алмази, хорошо. Пофигу на высокопоставленного. О боже. Как я мог этого не увидеть? О, смотрите, какая змеюка. Явно сейчас, когда меня заметит, попытается мне оторвать кабинет. Что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, я понял. Я понял. Я понял, до свидания. Аптечка, заюзать аптечку. Так, здесь что? Почекал штуки, блин. На пятерочку. Ну и поганейшие существа. Так, а как ты? Хватит меня жрать, сволочь. Получай. Получай, хренова креветка. Ладно, надо валить. И мотылек вон там вот. 48 секунд меня сейчас дожать тут могут. У-у-у. Поганейшие существа. Так, хорошо. Так, ну, неплохо. Сейчас буду крошить вас, сволочи. Интересно, в каждом грибе живет какая-то паскуда? Оу. Медузный гриб. Мне кажется, КП падают, да? Мораль, не залезай в сфинктер. Эти штуки неприятные. Так, мне бы, знаете, мне бы... Ладно, ладно, алмазики. Так, тут нормальная температурка. Но мне, кстати, нигде не показано. Да, нормальная температура. Утка подгорает, ребята. Утка подгорает. Вполне закономерно подгорает утка. Так, здесь. Литий. Магнетит. Хорошо. Золото. Золоту радоваться вообще нет смысла. Ой, спасибо. Алмази, хорошо. Ага, 132 кислорода. Это что, за добыча золота? О, смотрите. Смотрите, чат. Расканирую змею. Что-то не хочу к ней подходить. Карго. Только карго все заблокировано. Что я здесь сканировать-то должен? Здесь ни хрена нет.
Вот отвратительная жлобина. Так, мотылек 145. Окей. Еще, Андрей, еще можно пока потупить. Магнитосики. Магнитосики — это здорово. Да, мне этого скана не хватает. Я бы был бы очень рад, если бы сканчик был. Ему мог бы магнитосик так цик. Ой, красотуля какая-то или не красотуля? Не красотуля. Я думал, красотуля, которую можно засканить. 75, по-моему, пора уже. И путь домой. Честь знать. Так, я могу ошибаться, но, по-моему, выходит на то, чтобы жамкнуть меня. Ой, заменить источник питания. У меня батарейка. Так. Плавай, мотыльки, ты чего? Мне что-то сыкотно как-то на мотыльке здесь. Еще раз фигачит его. Ну пока. Так, здесь можно немножко подопуститься. Ну пока я пофармил очень здорово. У меня куча магнетита, алмаза, лития, золота. Это очень здорово, это не то. Не те дроиды, что я ищу. Кстати, давайте проверим. Давайте проверим, как эти змеюки относятся к мотылькам. Заодно проверим, как они относятся к мотылькам. Кажется, они их ссут. Слушайте, это же очень здорово. Так, выступ сланца. Золотишко, магнетит. Магнетита много нафармили. Очень приятно. Это по казака. Кажется, я должен уже подсваливать отсюда. Магнетит. Магнетит. Магнетита набрали реально на всю жизнь. Он просто в этом биоме тусит. Просто в этом биоме тусит. Главное не умереть теперь. Хочу умирать-то. Ты видел, какой у меня джедайский меч? Я им всем напинаю. Амлас. Так, а в эту штуку мы были... Заползали? Нет, не заползали. В эту нет. Или нет, в эту да. В эту как раз таки да. Я думал, что это дырявая. Это не дырявая, нифига. В этой, значит, были. Не люблю этот скан пещеры. Мешает увидеть кучу важных вещей. Литий нафиг не нужен, его как грязи. Кварц все еще нужен в больших количествах. Мотылек находится там. Пока что пофигачим в другую сторону. Главное, не супер далеко. Так, тут можно мутку может подварить. Подожди, а что это такое? Кажется, что тут можно что-то залутать. Нельзя. Алмаз, инвентарь полон. Прибыли. Так, золото, литий. Выбросить, выбросить, золото выбросить, выбросить. Да, я выкидываю золото и литий овер. Я выкидываю золото и литий овер титана, совершенно верно. И не спрашивайте, даже не разговаривайте со мной. Why are you so stupid? Fuck you, that's why, как говорится, золото. Синемагнетит. Все, по-моему, полный инвентарь. Фильтрованная вода употребить. Полагаю, что пора. Пора валить. Лети. Предположим, что лети. Тихо. Афганистан, у меня флешбеки. Буба, нет!
Джонни, они убили Джонни. Так. Ныряй между извержениями, можешь налутать. Главное, чтобы мне сейчас по дороге не это. Не попытались закусить мной. Точку интереса основную не нашел. Что поделаешь, может быть, мы сюда еще вернемся. Добро пожаловать на борт, капитан. Лутать здесь я уже больше не могу, поэтому стриктли на базу. Так, где наша база-то? Я ее потерял. Она же не над нами. Ну, она как бы точно над нами, поэтому давай просто выплывем отсюда. Стопэ. Куда нам? Как обычно, мой топографический кретинизм не позволяет мне легко покидать подобные заведения. О, нормас. Уи. Отлично. Отлично, с этим разобрались. Кто-то меня пытается кусить. Слышь, слышь, не куси. Не куси, подумай. Кварца так и не нарыли. Такая боль. Хорошо. Припарковано. Паркуем, паркуем. Кварца и меди до сих пор не нашел. И это просто ужасно. Кварц и медь мне нужны, просто пипец. Так, сейчас здесь все просто сбрасываем. Так, титаник. Титании сюда. Титании, магнетит. Давай пока алмазы. Очень удобно. Мне нравится, как он чавкает, кушая кофе. Блин, где у нас будет все это срань? Здесь пока что все так много места занимает, что просто обосрамся. Так, ладно, пока сюда скину. У меня пока порядок не наведен, поэтому пока что порядка и не будет. Просто магнетит скинули, хорошо. Батарея пустая. Надо устройство по зарядок батареек сделать, но я пока не могу этого сделать. Устройство заряда батареек. Оно у меня появилось вообще? Я, по-моему, еще пока что не могу его, да? А зарядное устройство батареи, зарядное устройство энергоячеек. Казалось бы. Так, что у меня по плантациям? По моим горе-плантациям. Так, могу лампионы уже взять. Взять мраморную дыню, взять... Использовать емкость для посадки. Мраморная дыня, маленькая мраморная дыня. Так, взять мраморная дыня. Так, надо не взять, надо уфигачить ее. Нет. Так, я убиваю большую. Убиваю большую, чтобы емкость для посадки... переложить, чтобы ее в 4 этих. Мраморная дыня. Уфигачить ПКМом. И еще мраморная дыня уфигачить ПКМом. О, нормас. Теперь я могу переложить. О, шикарно. Маленькая мраморная дыня. Еда. Мраморная дыня большая. Маленькая мраморная дыня. Нафиг маленькую мраморную дыню. Она, кстати, столько же дает семян. Маленькая мраморная дыня. О, шикарно. Теперь я фигачу семена. Ага, эту штуку я, значит, тырю. Мраморную дыню я тырю просто для себя. Я их схавирую. Употребить. Раз, два. Шикарно. И здесь все семенами зафигачиваю. О, у меня еще 4 семена мраморной дыни. 4 семени мраморной дыни будет. А у меня уже все утыкано семенами. Если одна мраморная дыня дает 4 семени, то получается, что... А их как бы по сути надо 4. То есть я, получается, буду... Я не знаю, я буду 2 дыни растить. А, 3... 3... Они же сейчас... Сейчас же... Подожди, сколько сейчас вырастет? Сейчас вырастет просто обосрамцелиард их. Так, подожди, емкость для посадки. Китайский картофель. Тоже еда, вода употребить. Можно просто дынями все усирать. Просто одними дынями.
Есть он эти лампионовые дерево. Это... Нет, надо просто лампион взять. Два лампиона, я их кладу сюда. И они... И они будут просто новые лампионовые дерево растить. Воу. Ешь три, режь одну. Луковое дерево. Оно еще пока что ничего не дало. Но дыня выросла прям пипец быстро. Кека. Хорошо. Квест не меняется, дорогие друзья. Квест не меняется. Мусорку построй, чтобы лишнее выкидывать и скидывать мусор в игру. Мусорку построить? Я, кстати, тоже думал об этом. Покажем. Покажем. Урна. Навсегда разбирает ненужные продукты, без вас пускает хатмана в атмосферу. Утилизатор ядерных отходов. Используется для утилизации ядерных отходов. Урна, титан. Сюда урну поставим. Пам-пам, титан, титан. Так, F2. Почему-то я F2 все время хочу сделать, не знаю. Так, значит, табуляция. В инвентарь. Строитель на 4. Строитель зафигачиваем. ПКМим. Делаем прочее. Делаем урну. Урн. Урна, красотища. А может быть, она нам и не нужна. Что выкидывать, пока непонятно. Пока вы... Так, значит, мне нужен кварц. Мне нужна медь. Луковица давно выросла. Луковое дерево резать нужно. Ого. О май факин гад. Образец. А из него одного столько. Господи ж ты, боже мой. Какая жесть. Так, а давай тогда... Может быть, тогда просто лампионовое дерево уберем нафиг? Слышишь? Слышишь, лампионовое дерево? Как я тебя могу разобрать? Разобрать. Нет, не грядку. Собрать. Грядку-то оставь, сволочь красная. Лампионное дерево... Все, я его не могу... Я его посадил, все, я теперь не могу ничего с ним делать. Какая боль. Не трогай, лампионы красиво смотрятся. Болото лампионы, уходите. Еда, вода, вообще беспонтовые, жуткие. Ладно, потом как-нибудь их уберу. Никак. Серьезно? Серьезно, никак? Это ужасно. Так, хорошо. Значит, са. Мы все еще не можем поставить себе панель управления, потому что мне не хватает... А, подожди. Я одну медьку-то я нашел. Одну медьку-то я нашел. Одну. Мне нужен медный провод, на микросхему тоже, да? На микросхему тоже нужно же медный... А, нет, медный провод. Да, мне нужен медный провод и медный провод. Хорошо, продолжаем. Продолжаем наше чудо-путешествие. Нам нужно медь и кварц. Сейчас нужно сделать ран чисто за медью и кварцем. Ну, вижу, понятно, что чисто за медью и кварцем я нифига не схожу, потому что я упырь. Как минимум, он уже надо подобрать, чтобы это не здесь было, а в другом месте. За медью и кварцем. За медью и кварцем. Где у нас лучше всего медь и кварц фармится? Да в каких-нибудь низинках средненьких таких. Может быть, в пещерной среде какой-то. На высоте там 15. На высоте 50. Вон соль уже вижу. Там, где соль, там и медь, и кварц. Нормально ищется. Известняк где находится? Там, где известняк, вообще просто на раз-два фармится медь и кварц. Нужен бур, который пронзит небеса. Отличные звуки, братан. Светло, как в аду. Подливу выдавил. Так. Вообще, я помню, что недалеко от моей базы есть
Действительно трубы. Есть действительно трубки всякие разные. Вот они, кстати. Взять отложение соли. Вот, кварц, поехали. Здесь мы развлекаемся. Так, тут лучше еще вот так вот. Медь, да, шикарно. Титан. Даже титан буду брать. Титан точно, точно хорошая штука. Его надо дофига. Так, медь, кварц, хорошо. Титаник, да, да, и даже титаник. Хорошо, отлично. Трубу первую прошерстили. Я, наверное, дальше... Да, тут есть всякие такие выступы известняка, которые я пропустил. Они могут давать медь, ценную медь и ценный титан. Титан, не знаю, можно ли сейчас считать ценным. Так, а в мотыльке тогда... В мотылек... О, господи, оно что, деспавнилось, что ли? Или я это пропустил на полном серьезе? Здесь в игре, кстати, деспаун есть. Ну, респаун. Так, что у меня по... Вау, кажется, металлолом я просто... Пипец, мне нужен в мотылек отсек. Я так хочу грузовой отсек в мотылек. Но я сейчас как раз-таки с медью вот этим фармом вернусь. Сейчас добью последний кварц, добью последнюю медь. Можно серы. Оля звонила? Угу. Оль, чего ты хотела? Так, ребята, найдите. Так, сейчас на момент, уважаемый. Да-да. Алло. Так. Сейчас мне надо перезвонить. Что за скримеры? Да матушка врывается. Сейчас. Я тебе принесу телефон. Не парься. Да почему я не могу позвонить-то? Так, ну давай. Позвонить. Отлично, я не могу позвонить. Пин-код теперь надо ввести. Мама, хватит прятать от меня порнографию. Я не могу позвонить. Не могу Какая-то борода, ребят. Прошу прощения, у меня сломан телефон, поэтому не могу ни с кем связаться. Ни с кем не поговорить. Так. Так, у меня тут на самом деле последние штришки остались. И уже можно будет спокойно вываливать отсюда. Так, кварцик последний. Кварц инвентарь полон. Можно последний один титанчик выкинуть и уже все, и кварцик последний взять. Все, так, мотылек.
Поехали. Вот тут, кстати, что-то новое. Дырохвост. Потерял дырохвоста, но я думаю, что он мне особо не нужен, поэтому париться по поводу. А вот еще он есть. Дырохвост и отвратителен мне. Так. Так. Да что с матушкиным телефоном, я не знаю. Что ты хочешь, Оль? На корабль уже лазил? Все на дно! Нормально? Салат, подчеркивание, чатец уже как 17 раз. Передаю привет вашим трусилям. Здравствуй, Салатич. Да поэтому это мой первый саб за сегодня, минус уши. Труселям, срочно сабайтесь еще. Трусишки сорвало. Я, честно говоря, не знаю, что так громко. Так, я сюда пролезть просто не могу, судя по всему. Так, божественно. Ауф. Так, здравствуй, Салатич. Так. А я не хедфоны долговато, не? Да, честно говоря... Да, сейчас, секундочку, я сделаю. Так, я звоню, я слышу, как ты орешь на фоне, но не слышу, что мне говорят в трубку. Это я не знаю, что за борода. Я не знаю, я не могу сейчас с этим разбираться, Оль. Что ты от меня хотела, пиши в чат. Пиши в чат или попроси, или напиши в ВК, попроси чекнуть ВК. Ты же знаешь, я без телефона. Так, конструктор оповещения, что-то как-то звук, конечно, звук. Звук очень, очень мощный, я, наверное, в половину сделаю даже. Сохранить, закрыть. А то что-то как-то громко. Так, хорошо. Мы нафармили меди, значит, мне нужен медный провод. Медный провод один. Медный провод один. Микросхема золото, медный провод. Что у нас тут одно золото пущай будет. Так, здесь титаний один хотя бы. Так, кварц, ладно, кварц как-нибудь. Сюда скину пока что. Где скваргел должен быть. Так, кстати, тут как раз таки золотишко лежит. У меня тут есть одинокая золотишко, которая нужна. Тут микросхема. Микросхема. Образец пластинчатого коралла. Так, хорошо, все. Микросхема. Шикарно. Так, теперь нас интересует постройка, строитель. Это мы как раз таки сможем сейчас. Вот оно. Медный провод, микросхема. А подожди, я медный провод. А, медный провод надо дополнительно сделать. Медный провод. Тут надо и медный провод. Так, нет, это наша база, это наша. Так, куда мы хотим? Наверное, сюда, здесь. Я не знаю, куда надо консоль? Сюда? Консоль управления. Сюда, может быть? К стене. Консоль управления к стене. А она какая-то такая странная. Куда ее, простите, поставить надо? Она типа, может быть... Ну, ее же надо как-то... Так, подожди, колесиком не надо ее как-то покрутить? Такое ощущение, что я должен здесь иметь какое-то дополнительное пространство, которого не имею. Просто прям... Реально, такое ощущение, что я должен иметь какое-то пространство, которого не имею. Посмотрите, что это такое. Консоль улучшения транспорта. Ладно, я его суть еще разберу. Мотылек пристыкован. Ага, она делает вот такую стену. Хорошо, я понял. Так, основа названия мотылек. О! Я могу уже называть их.
только полоса один. Я могу его перекрашивать. Какая прелесть. Какая прелесть. Так, хорошо. Консоль улучшения транспорта. А как его, подожди, я же... Подожди, а как улучшать его? Так, подожди, основа, название. Вау, я могу ему просто врубать любой цвет. Пусть он у меня будет черно-золотой, как Сеул Династи. Интерьер, все черное. Или все черное. Все черное, максимально невидимый. Или пусть будет максимально черный везде. Он вообще максимально черный с золотым, смотри, максимально черным. Мини-ахап. Мини-ахап. Так, плотва или бунт? Плагиат. Так, рядом панель. Так, название подлодки мини-ахап. Шевелись, плотва. Плотва, думаешь? Шевелись, плотва, может быть, действительно, плотва. Плотва, название золотом. Так. Плотва, кстати, идеальное название, это же действительно рыба, плотва. Так, плотва у нас серенькая же вроде. А это что такое? Ух ты ж, ёжик, тут можно. Ёпрс, это такое прям все. Зеленое, красное, синее название. Это название, это... В смысле название, это... Что значит название? Это я могу цвет названия поменять? Господи Иисусе. Вот это ядовитое говно. Зато я его буду хорошо видеть. Зато я его буду охрененно хорошо видеть. Название пусть будет синеньким, сиреневеньким. Нет, пусть будет красненьким. Красненькое название. Интерьер. Интерьер пусть еще и будет белый. Полоса. Хочу ядовито-зеленую полосу. Вот это ядовитая срань. Так, фурозовый мотылек с рыбки обзавидуется. Так, хорошо, плотва. Плотва, шикарно. Так, доступ к улучшениям. Так, хорошо. Значит, а как нам... Как нам теперь... Отлично. Значит, изготовитель. Модули мотылька. Значит, мне нужен модуль глубины погружения. Мод 1 у меня есть. Солнечная зарядка. Мотор заряжает на солнце. Это нафиг не надо. Он система периметральной защиты поля. Анилин, не знаю. Торпедная установка нафиг. Гидролокатор мотылька. А где хранилище мотылька? О, общие модули. Усиление корпуса. Литий, алмаз. Ох, господи, 4 алмаза. Модуль хранилища. 3 титана, 2, 1 литий. 3 титана, литий. А 4 алмаза у меня, интересно, будет? 4 алмаза. Да, 4 алмаза будет. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. А там еще что надо на модуль? Наверное, еще кучу титана. Так, улучшение общие модули. На этот модуль хранилища точно дофигачили. Модуль хранителя я у тебя должен установить. Усиление корпуса 4, 3 титана. Еще один титан. Еще один титан. Ой, не, я не в ту сторону играю. 4 алмаза жалко, но я думаю, что на мотылек, который нам так нравится, это очень здорово. Так, модуль хранилища сделал. Усиление корпуса. Хотя, по-моему, 4 титана. Так, и гидролокатор, специальная система сканирования отображения погружения на дисплее. Магнетит, медный провод. Это надо, это надо, это надо. Модуль погружения мы пока не будем делать, мне надо сгрейдануть его сначала. Значит, медный провод, магнетит. Два магнетита и один медный провод. Медный провод делается из двух меди. Два меди. Медная руда, магнетит. Магнетита 2 или 1? Как обычно, обычно память у меня как у Василька. Блин, да куда я медь-то всю скинул? Fuck my life. Так, стоп, а где вся моя медь? Не тут, не тут. Какого хера медь? Я же набрал просто кучу меди.
кварцем привез. Ёпар СТ, как я могу его потерять? Золото, золото, магнетит. Я все, у меня кончилась медь? Ну ладно, медная руда. Два куска медной руды хватит, хорошо. Медная проволока. Ёпар СТ. Это просто жесть. Так, хорошо. И мне не хватает... Подожди, стоп. Магнетит еще один нужен. Просто жесть. Магнетита набрал, толку не набрал. Так, хорошо, золото, золото. Это просто полный кошмар. Кстати, сейчас с кварцем и с титаном сделаем наконец-то нормальные ящики. Модуль погружения надо будет грейдить потом. Так, модули, доступ к улучшениям. Гидролокатор, дополнительный армор и модуль хранилища. Ура! Ура, ура, ура. Хорошо. Значит, мотылек у нас классный. Значит, когда я смогу сделать мотылька следующего уровня? Модуль глубины погружения. Подожди, у меня разве нету модуля глубины погружения 2? Или мне надо... Ага, вот он. Модуль погружения мотылька 2. Пласталевый слиток, магнит, эмалевое стекло. Пласталевый слиток делается из... Титановый слиток плюс литий 2. На это на все, кстати, у меня все есть. Я могу увеличить модуль погружения. Так, это все... Так, это надо вот так вот. Для начала занимаемся... Для начала занимаемся чем? Для начала занимаемся... С шкафами. Сразу занимаемся шкафами. Шкафы, шкафы, шкафы. Шкафы, 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 шкафы. За шкафы нужен кварц или строитель. Строитель... Кварц, да. Мне нужен кварц. Это очень удобно. Поехали. Кварц, титан, две штуки. А почему? А кварц я весь выкинул, потому что... Кварц я выкинул в стекварц. Пока что доберем три. На три шкафа. Шикарно. Это пока ничего не делаем. Продолжаем дальше. Наши замечательные шкафы. Наши замечательные шкафы. И что за хрень ты сделал? Ага, вот. Колесиком. Оп-о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 п. Ой, шикарно. А сюда могу еще один шкаф запихнуть? Наверное, нет. Наверное, никак не запихну. Хотя, наверное, умельцы какие-нибудь могут запихнуть 4 шкафа. 4 шкафа рядом. Хорошо. Так, начнем с того, что у меня будет шкаф, который будет полностью под титан. Отлично. Это пока... Все остальное пока сливаем... Так, титан... Все остальное пока сливается в последний шкаф. Батарея пустая. Да, эти шкафы будут просто титановые. У меня, по сути, пусть шкафы будут своеобразные. Своеобразные, я не знаю. Так, все забрать отсюда и их разобрать сразу же. Хотя, разобрать... Надо ли прям все разбирать? Надо ли все разбирать? Вот в чем вопрос. Надо ли эти настенные шкафы прямо уничтожать? Есть вещи, которые не представлены в больших объемах, являются... Батарея заряд 0, кстати, да, тебе надо спокойно сюда переложить. Есть вещи, которые не являются больших... Ну, никогда у меня не находятся больших запасов. Может быть, действительно оставить тогда эти штуки там? То есть вот здесь вот будут то, что прям массово используется. Массово, массово, массово. Да, апгрейд глубины погружения мотылька я сделаю, ребята. Такие штуки, как магнетит, литий и кварц, можно как раз-таки здесь оставить. То есть я заберу отсюда золото.
Золото даже не знаю, хорошая ли эта тема. Хорошо, давай в третьем у нас точно будет лежать кварц. В третьем у нас точно будет лежать кварц. В третьем у нас будет точно лежать кварц. И точно будет лежать... значит, серебро нет. Литий, кварц и магнетит. Вот это, по-моему, самое оно. Литий, кварц и магнетит. А остальные здесь я оставлю... Здесь я оставлю драги. Драг. Здесь я оставлю драгметаллы, в которых будет золото, серебро. Литий отсюда убираем. Рубины. Рубины и ионные кубы, кстати. Ну, кстати, пусть будут скрижали. Рубины это мусор на самом деле. Их как бы просто дофига. Серебро, золото. Литий переносим, рубины переносим. Гель у нас в резине, пущай тогда будет. Да, свинец. Убрали отсюда резину. Это модуль по эффективности двигателя циклопа. Это здорово. Это гель. Кубы отсюда убираем. Они должны быть в драгах. Батарея 100%. Какого черта она здесь делает? Пусть будет рубин. Рубины. Резина плюс рубины. Да, резина плюс рубины. Рубизина. Рубизина. Рубизина, рубина, рубина плюс, плюс резина. Пока что так, против этот шлем просто противорадиационный. Просто к чертям собачьим уберите отсюда. Куда-нибудь. Модуль циклопа. Значит, свинец, алмаз. Алмаз в драгах сразу. Алмаз в драгах, драги, алмазы это самое оно. Литий, свинец, свинец, туда же можно. Разное. Здесь просто батареи пустые, пещерная сера, сетчатая. Вкусняшки, мягкая игрушка обжора. Ее можно как-то поставить прямо, чтобы мы радовались жизни? Или нет? Вот это, кстати, в разное. Вот нужен здесь стеклянный шкаф с разным. Вот точно вам, точно, точно понятно, что здесь нужен стеклянный шкаф с разным. Потому что стеклянные шкафы — это просто сказка. Так, титан-кварц. Раз-раз, титан. Раз-раз, кварц. Так. А эту хрень мы вообще сейчас разберем. Так, тогда же рубизины. Сойдет. Так, противохрен пойми какой шлем. Шикарно. Модуль эффективности шикарно. Переносной сборщик шикарно. Сетчатое волокно хорошо. Батареи. Батареи, кстати, вполне нет. Вполне прикольно. Огнетушка. Все вот это просто к чертям собачьим сносить сюда. Просто вот... Что это за срань вообще, как она здесь оказалась? Огнетушители, это же вообще полный обосрамс. Кто это вообще придумал? Батареи, жратва, питательные батончики. Надо внести куда-нибудь другое место, на самом деле. Ну ладно, пусть они пока здесь будут. Зуб сталкера, эту хрень мы уберем. Это все вообще непонятно. Так, коралловая... Образец пластинчатого коралла на самом деле важный реагент. Важный реагент, его бы куда-нибудь в хорошее место. Так, это... Это нужная штука. Так, хорошо. Драги. С драгами все понятно, со свинцом. Свинец, свинец, соль, пластинчатый коралл. Пластинчатый коралл. Так, золото отсюда убрать, стекло. Стекло, стекло к кварцу, конечно же. Какого черта оно здесь лежит? Литий сюда же уходит. Так, свинец, пущай реально отдельно висит. Ты мне здесь нравишься отдельно. Свинец, соль, соль, кораллы. Спокойно можно здесь их оставить. Свинец, соль, кораллы. Свинец, соль, кораллы. Свинасоли. Свинасолик. Свинасолик. Пусть будет свинасолик. Кораллы, пластинчатые кораллы сюда же отфигачу. А здесь пластинчатые кораллы сюда вытащили, порядок навели. Хорошо. Драги остаются драгами, разное. Просто пока уходит вообще к чертям собачьим. Уберите эту гадость. Потом, на самом деле, надо будет дальше... Потом надо будет рубизина, свинасолик и драги пока остаются так. Все остальное мы потом как-нибудь... Шкаф... Fluid intake. Так, о, да, внутренняя грядка. Так, а как тут? Как тут? Мраморная дыня. О, маба. Вот это я понимаю, жор.
Вот это я отожрался. Мраморная дыня. Вау, просто пипец. Вот это капсфор обосрамс. Все, все оно растет дальше. Вау, это даже уже не смешно, там просто такая хрень. Так, хорошо. Так, титан, понятное дело. Золото к драгам будет. Это все потом надо будет отдельно разнести. Алмазы и всю такую хрень. Так, это кстати, пушка спокойно уходит в разное, потому что я ей часто не пользуюсь. Так, рубезина. Так, теперь мы делаем новый модуль погружения. Новый модуль погружения номер 2. Пласталевый стит, слиток, эмалевое стекло, изи, магнетит 2, пласталевый слиток 2. Значит, мне нужен литий, магнетит, эмалевое стекло, это из зуба сталкера. Зуб сталкера в разном. Литий 4 штуки. Значит, литий, магнетит. Так, значит, не здесь, не здесь. Я фигню жму. Не знаю почему. Сначала жму, потом думаю. Здесь мне что нужно было? Вот я сюда шел целенаправленно. Куда я иду, зачем? Здесь зуб сталкера. Зуб сталкера, это для пласталевое стекло. Лить здесь что-нибудь надо? Нет, не надо. Значит, литий пока что вот так вот возьмем, в случае чего доберем. Титана надо до хрена лиард. Раз, два, три, четыре. Пласталевый слиток. Короче, мне нужен пласталевый слиток. Пласталевый слиток у нас делается... Пласталевый слиток у нас откуда и как делается? Пласталевый из титанового слитка или TX2? Титановый слиток. Теперь можем сделать пласталевый слиток. Сделали пласталевый слиток. После этого нам нужно эмалевое стекло. Это сначала надо сделать стекло, но стекло у меня одно есть, поэтому я его возьму из кварца просто. Стекло, бац, бац. Эмалевое стекло пошло. Зуб сталкера, к сожалению, у меня единственный пока что найден, это очень плохо. Так, теперь у меня есть... У меня есть, по-моему, все, все, да, для этого? Эмалевое стекло, пласталевый слиток, магнетит сам. Магнетит две штуки и модуль один. Модуль первый я беру в этом чуваке. В этом чуваке залезаю сюда. Забираю улучшение, вытаскиваю модуль. Так, снарягом. Подожди, а где тут? А как это? А, в модификатор надо потому что зайти. Улучшение. Да, до левела 2. Улучшаем. Мы молодцы. Теперь до левела 3. 3 рубины и пласталевый слиток. Пласталевый слиток это просто 10 титана, 2 лития. У меня здесь 8, нужен еще один титан. Но я вытащил титан весь вообще. Я вытащил весь титан, и у меня его просто больше нет. Где я могу быстро раздобыть титан? Я могу просто что-нибудь разобрать. Что-нибудь, что висит и жрет место на халяву. Например, рубезина. Например, рубезины перенести в... С рубинами и гелеобразными мешочками перенести в этот же журнал номер 2. Рубины оставляем 3 штуки. Гелевые мешочки все убираем. И эту резину тоже. Эту срань дезенчантим. Все равно надо было рано или поздно. Пласталевый слиток делаем через титановый слиток. Берем модификацию номер 2 и грейдим до 3 левела. Красотища! Устанавливаем 3 левел. Текущая критическая глубина 900 метров. Сохранить! Итак, краткий рекап. Из того, что реально нужно. Титан весь высосан просто. Я высосу тебя досуха!
Титан весь нужен к херам собачьим, очень много потрачено и беспробудно плохо. Литий, вот же шок, литий реально опять нужен, его можно спокойно добирать. Алмазы, очевидно, алмазы, очевидно. Тем временем мы отправляемся к Усару. На дно, пожалуйста. На дно, поехали на дно. Welcome aboard, Captain. All systems online. А как запускать сканер? Просто жамкаешь тройку и все. Ох, нихера, красотища. Он будет мне подсвечивать вкусники? Никакие кнопки не дави. Что, Оля звонит опять? Никакие кнопки не дави. Просто так, просто и... хорошо, сейчас, сейчас. Оля, Оля мне звонит, сейчас, секундочку. Да-да. Окей, хорошо. Включи, пожалуйста, тогда звук на моем телефоне. На моем телефоне. Да, и главное, чекай, если там вибрация какая-то пойдет, чекай, что там написано будет. Если там с карты какие-то писания будут, сразу звони мне. Ори во все бубны, потому что это алерт будет. Угу, понятно. Хорошо, спасибо. Давай, пока. Все, спасибо. Так. Так, все, поехали. Поехали к Хусару. Красотища, конечно, да? Посканен. Подожди, а как они будут искать? Они будут реагенты мне находить? Они реагенты мне не находят, я хочу реагенты. Красотища. Меди нету, да, медь нужна. Медь, литий теперь. Титан. Ой, это я сразу. А у меня же еще грузовой отсек мотылька есть. Яйцо существа можно там себе всякие. Металлолом спокойно пикаем. Это соль, соли пока не особо нужны, но ладно, как-нибудь возьму пока. Красотища, конечно. Титан нужен, бумеранг не нужен, хотя можно подъесть. Хрен с ним подъеданием. Каждый скан минус один заряда. Каждый скан минус один заряда? Ой, черт. Где моя плавалка? Сделал себе... Каждый скан минус один заряда? Посмотри, нет нифига никакой не минус один заряда. Может, будет бур сделать, чтобы бурить каменюки большие? Это все очень здорово и классно по поводу бура, который бурит каменюки. Но тут есть большое и понятное но. Это же не мотыльковая технология. Я буду бурить потом, когда соберу себе этого чувака. И, кстати, зубы сталкера мне теперь нужны. Так, все, сохраняемся пока здесь. Чтобы теперь у меня нету на аквагель зуба сталкера, это значит, что я не могу сделать себе... Это значит, то, что я не могу себе сделать... с аквагеля штуку этого. На краба.
Лик. Лик краба не могу сделать. Так, поехали. Здесь высадились, это соль. Положение соли. Фигня, фигульная фигня. Так, литий точно нужен. Лития надо много теперь. Так, ты засканена, чудовище? Да, засканена. Сверху раздолбили. КПК-ха. Так. Хасар жизнь — это игра, в которой сильно играет сама с собой. Понятно, Хасар. Хасар отлетел. Отлетар. Просто ничего особенного. Чекируем всякие штуки вокруг. Не, а у Хасара ничего нету. Разобрать бы эту штуку на титан. Разобрать бы эту штуку на титан, дорогие друзья. Бедно. Бедно, бедно, бедно. Бедно моя... Моя все. Ну и чё, я вот, ну, сходил на дистресс-сигнал Хасара. Толку никакого. Поехали-ка дальше, ребят. Ищи грибной биом. О, чтобы я помнил, где он. Но я сейчас хочу как раз-таки именно по всякие поприключенческие приключения поделать. Хочу куда-нибудь под Нове. Под Нове, ребята. Зубы сталкера в водорослях на полу валяются. Ничего себе. О, слышу звук какого-то говнаря явно. Соль. Соль. 200 метров, хорошая, кстати, глубина. Так, это литий? Блин, хочу краба. Яйцо. Это что такое? Это литий просто. Так, пойдемте под Нове. У меня 900 метров погружения мотылька, возможно. Я же просто счастливый человек. Ура, все на дно! F1, можно найти строку с названием биома. Очень интересно. Так. Это очень нужные штуки, потому что из этого валится куча всего нужного. Литий, все это очень надо. Все это очень надо, кроме соли, конечно же. Соли, наверное... Ну, я, конечно, добавил. Хэдкрабчики. Песчаник, литий. Добираем всякой штуки. Сланца, алмаз. Литий. Засланец. Два алмаза, как с куста просто. Алмаз уже не является чем-то таким экстраординарным и крутым. Это просто неплохой ресурс. Теперь уже... Какого черта, дай мне мой титан. Я даже сказал бы, что сейчас титан уже даже... Ну, титан, к сожалению... К сожалению, он не будет... Он, к сожалению, даже несмотря на то, что титан мне сейчас нужен, а алмаз не очень, алмаз равно ценнее, чем титан. Потому что титана надо очень много. Находя один титан, а ты, по сути, такой, знаешь... Мех, тебе все равно надо искать... Вот оно. Вот что надо искать. Инвентарь полон. Уже? Обоссы меня, Господь, как быстро. Так, где мой мотылек? Положение соли? Кстати, соли. Спасибо. Спасибо, я понял. Так, стопэ. О, капсула времени. Вау, нихера там с нее навалило. Два куба, два титановых слитка. И батарейка, и аптечка. Вау. Так, ладно, это уже точно надо чинить плотву. Да, плотва там здоровее всех живых, не переживайте. Так, металлолом. Так, плотвичка. А вон она, господи, я ее умудряюсь не замечать даже при такой раскраске. Так, залезть в мотылек. А как мне доступ к... Открыть хранилище, о. Хранилище мотылька. Металлолом. Титановые слитки. Да все, сливаем. В смысле, забивай хранилище по полной программе. Все остальное, вот...
Куча народу в класс Левиафан? Конечно, я хочу в класс Левиафан. Куча народу класса Левиафан? Это восхитительно. Где мой класс Левиафан? Так это не класс Левиафан, это класс очковых кобр. О, пропасть. Пропасть. Стоп, да отвали. Тебе выписать, что ли? Я сейчас вылезу, выпишу тебе. Так, залезаем. О, хорош. Что-то подозрительное. Ах, сука, что ж тут так горячо-то? 56 градусов. Твою мать, а как туда подплыть-то? Почему здесь так горячо? Какое-то очечко подозрительное. Радиомаяк бы сюда. Гелевые шарики. Жальца. Хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо, мафака. Так, а что у меня по инвентарю? Еще куча места на самом деле. Куча места, я еще успею забить его, не переживай. О, смотрите, там что-то есть. Ой, ты класс. Не кажется ли, я вижу невидимых чуваков? Я думаю, мне надо к доктору. Платвичка моя бедная. И, кстати, 16 градусов. Можно выйти и... Так, тебя, пожалуй, на ремонтный инструмент на тройбасик. Полетели. Welcome aboard, Captain. Сраные песчаные акулы. Рубены. Рубенов очень много. Рубенов и так очень много. Рубены — это мусор просто. Пещерки. Ах ты ж, сука! Вырубаем. Козья жопа! Валим. Валим тазы. Так, чё по скану, пацаны? Он едет за мной? Нет, не едет, все. Пошел вон, такс. Так, а что у нас здесь? Это что? Это край карты? Красотища. Ага, мертвая зона. Геологические зоны, мертвая зона. Понятно. Понятно. Куча просто... На днишечко, друзья. Известняк. Вот на такой глубине. На глубине 380 находить медь самое приятное. Кстати, можно и полутать. Чего ж тут? Серебро. Крабики. О, подожди, медную руду. У меня по инвентарю, там можно пока не запариваться. Ладно, пока больше не запариваемся. Так, поехали туда. Мы, короче, в каком-то аду на днище морском. Сохраняемся почаще.
Ох, помигать реберу фонарями. Надо поподмигивать. Так, зуб сталкера кто увидит? Орите, просто так. А-а-а! Хочете, я покажу, как лев рычит? Вот так вот орите, ребят. Ну, вы поняли. Металлолом. Ох, красотища. Твою мать, там телепортатор. Телепортатор тебя это того, не телепортировать? Могли бы, пожалуйста, перестать жрать мой... О, идеально, я чувствую пролезу. А. О. Не о. Еще один портатор. Что-то у вас концентрация, ребята, увеличилась. Вы тут случаем не живете? Ага, понятно. Да свидутька им. Так, ладно, надо будет как-то мимо него проехать. Сонар же он не чувствует. Очко, ты чувствуешь сонар? Не чувствуешь, походу. Вон оно. О, нифига. Тут можно запарковаться. Вау, круто. Так, ТП, нет, не подсвечиваю ничего. Так, что у нас здесь? Пошла вон акула. Не пыли, господи, не пыли. Сейчас же придет упырь этот жирный. Сверху. Ага, хорошо. Бумеранги. Окей. Отлично, что это? Фрагмент бур-костюма краб. О, шикарно. 1/2. Микроскоп нерабочий, фу. Так, что-нибудь есть еще? Торговый автомат. Ящик с припасами. Взять предмет. Обеззараженная вода. Хорошо. Так, здесь можно что-то спаять. Паяло где? Где паяло? Паяло вот. На тройбас, пожалуйста. Шикарно. Саша, прочитай про мертвую зону. Так, в смысле, я знаю, там самый маленький... Мы с Олькой немножко запал... Ну, когда Олька играла, я знаю, что такое мертвая зона. Это типа край карты своеобразный, как в Майнкрафте, типа зона... Твою мать! Сука ты межтекстурная. Синяя кепка, серая кепка, спасибо большое, очень полезно. Фрагмент руки захвата костюма краба. Фрагмент... Зарядное устройство энергоячеек, шикарно! Ура, я могу заряжать энергоустройство и энергоячейки. Горшок для растений, шикарно. Теперь я могу энергоячейки. Роскошный, роскошный горшок, господи, это то, что мне нужно. Так, это можно починить, чтобы... Так, что там еще, прости, что это такое? Один зарядное устройство энергоячейки. А, это просто титан для меня теперь. Так. Такое ощущение, что я что-то видел. Ребята, я мог видеть что-то? Ага. Фрагмент зарядного устройства, энергоячейка. Ну, это опять титан. Фрагмент устройства, энергоячейка, да и фига. Кипасик мне не нужен. Нет, подожди, я видел руку. Я видел отчетливо руку, ребят. Я один ее видел? Блин, ну... Так, подожди, может быть, я могу это починить? Где ремштука? Ремонтный инструмент, пожалуйста, на 4. Нет, не могу починить.
Капа воздух. У меня все под контролем, еще 39 секунд. Запечатанная дверь, разрешите, чтобы открыть. Не, ребят. Не, ребят. Кислород на 30 секунд. Есть что еще? Сюда вернемся или больше не надо? Из глюки. Взять микроскоп. Анализатор. Вот, смотрите, там 15 секунд, пора уже выбираться. О, черт, у меня же мотылек еще далеко. Упс. Так, а где мотылек? Я потерял мотылек, пацаны. Вот он. Всем привет, ребята. Всем привет, кто не умеет играть в эту игру. Я, конечно же, открываю курсы. Курсы того, как... Так, Fluid Intake. Так, ну у меня теперь есть зарядка энергоячеек. Я теперь очень крутой, стильный и солидный. Так, чё, ты до сих пор плаваешь? Жнец здесь? Нет, жнец ушел. Или я его видел? Честно говоря, ну ладно, мы чего-то даже полутали. Хорошо, ладно, сойдется. Так, подожди, стопы. Фрагмент бура костюма краба. Я, кстати, все хочу, я краба тоже хочу нормально собрать. О, фрагмент бура костюма краба, шикарно. Шикарно, у меня тут вообще... Это теперь для меня будет просто титан. Титан. Стальцы. Стальцы, сальцы. Кварцы. Кварцы. Беспонтовцы. Фрагмент бура костюма краб. Хорошо, еще титаний. Инвентарь полон. Inventory is full. Так, ну... С этим я поканчиваю, так сказать. Поехали домой. Чё, где этот? Ой, вон он. Так, стоп, выключить. Огромная плавающая жопа. Циклопа запили, что ты как этот. Я ищу старательно, дружище, я ищу старательно всякие штуки, которые циклопные и вообще. С большим удовольствием бы сейчас... На тебе! С дороги, кто вас водить, училочки? Господи, прав понапокупают под водного мира. Через текстуры плавают, господи, через мою-то что не проплыли? А? Капа водички выпей. Сейчас я дынями. Сделаю дыни Мурлока, ребята. А чё ты жнеца не засканил? Кстати, да, блин, действительно. Хеч, у тебя эту зарядку для энергоячейки искала. А зачем у тебя? Оль, тебе просто не надо. Ты, Оля, просто новичок, понимаешь, в этой игре. Если хочешь, чтобы тебе помогли, ты обращайся, я тебе обязательно все покажу. Что там сверху плавает? Ничего интересного не плавает. Если не смотришь, не так страшно. Хапа, пей. Так у меня с собой воды же нету. А, нет, есть. Блин, мог плюс один слот сделать. Ну ладно. Припарковано. Плотва пристыкована. Так, где моя жратва? Так, сначала выгружаем все. А, я еще ищу плотву, надо еще не забыть выгрузить. Так, здесь куча титана, золото, серебро, алмазы далее. Здесь у нас литий магнетит, значит литий сюда отправляется. В драги идет свинцовый кварц сюда же. Батареечи. Вот, кстати, зарядная штука для батареечи у меня до сих пор не готова. Так, взять мраморные дыни.
Так, употребить. Соточка. Так. Да, одной грядки за глаза и уши, конечно, хватает, ребят. Просто одной грядки за глаза и уши. Так, знаете, я... Мне надо лампионы. Ну, пусть они просто тусят здесь, потому что они, типа, смешные. Типа, пусть они здесь тусят, потому что они смешные. Но на самом деле... На самом деле это вот просто тут тьма тьмущая. Урна. Это говно в урну. Так. Бандаж на пепу. Так, драги в драги. Драги, хочу отметить, что золото абсолютно не драгметалл совершенно. Для меня уже до золота это просто откровенная помойка. Золото это откровенная помойка, а алмазы нет. Поэтому золото мы сгружаем. Золото сгружаем сюда. Серебряную руду, алмазы, ионные кубы погружаем. Это сюда. Так, конечно же, здесь у меня немножко соли где-то было. Соль в другом месте. Алмаз не сгрузил. Алмаз индиго. Чувствую, как идет энергия от алмаза. Что мы делаем с золотом? Золото просто помойка. Помойка драная. Может, ее не будем брать? Ладно, сгрузим во второй ящик. И, скорее всего, пока что больше золота не хватаем, потому что полная басрамс. Капсфора басрамс. Медь, 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 медь. А где у меня медь? У меня нету, как я понимаю... нету медного отсека, да? И медный отсек не нужен. Хорошо, медь пущай будет во втором месте с золотом. Медь и золото будут в одном месте, потому что они выглядят примерно одинаково. Так, теперь мне нужен допуск к хранилищу. Здесь еще медь, свинец, титановые слитки. Господи, за титановые слитки чуваки с капсулы времени просто вообще поцелуй в пупочек. Просто поцелуй в пупочек. Так, титановые слитки сгрузили, свинец, медь. Медь сюда. Свинец у нас идет в ячейку, вот же шок свинца. Хорошо, батарея у меня одна полная с собой. Да, одна полная с собой, я полностью поевший. Итак, по квесту далее. Во-первых, радио. Радио, гага. Пустое радио. Шикарно. Итак, энергоячейки. Перезарядка энергоячеек. И вообще костюм краба. Костюм краба. Пока что у меня нету. Пока что у меня нету. На костюм краба. Костюм краба вообще. Блин, давайте. Бур краба, это ладно, это насрать. Я могу сделать бур краба, я могу сделать краба. Никаких проблем. Я могу бурить всякие штуки. И. Но мне надо. Аэрогель делается тоже легко. Пласталевый слиток тоже, в принципе, фармит. Просто весь фармит. С крабом все достаточно просто. Но у меня нету до сих пор моего любимого. Очень почитаемого и нужного мне циклопа. Я его очень хочу. И хочу его, собственно, хочу. Мне нужен циклоп. Где циклоп брать, я не знаю. Поэтому мы просто поехали искать различные крутые штуки. Поехали искать различные крутые штуки. Параллельно план по ресурсам. Медь приоритет. Медь, алмаз, литий, титан. Воды с собой у меня один этот. Сейчас, подождите, дайте я еще одну дыню быстро тут съем. Медь, алмаз, литий, титан. Поехали. Красотища, конечно. На темной стороне Авроры, говорят, люди поискать. Я не против отправиться туда. Сейчас с Сонаром на самом деле...